Короче, в прошлом выпуске те, кто нас слушали, наверное, услышали, что я что-то сгенерил в телеграм-чате нашем, какую-то последовательность символов. А, да. И... ты даже пытался конкурс объявить, кто угадает. Да, пытался даже конкурс объявить, но никто не угадал. И ты не угадал. Давай я попытаюсь угадать. Я же тогда не пытался. Давай сначала суть. Суть того, что я сидел в онлайне, разговаривал с Витей. Да, и попкой написал в чат какую-то фразу. Да, какая-то фраза появилась. Просто набор символов от меня. И вот надо угадать, что же это за набор символов. Смотри, очевидные варианты, что ты набрал это телефоном в кармане, мы сразу отметаем. Это было бы слишком просто. Конечно, это не так. Поэтому я думаю так. У тебя был подключен MetaQuest 3 к твоему компу, который словил движение твоих рук и подумал, что ты хочешь что-то набрать на клавиатуре. И таким образом отправил сообщение в чат с кучей каких-то непонятных символов. Ну, я же был не в шлеме. А он лежал отдельно. И камерой случайно словил твои руки. Короче, все не так было. Все сильно проще. Для тех, кто знает, наверное, они сейчас поймут. Но для тех, кто не знает, будет сложно объяснить. Короче, у меня же есть этот бзик, что я везде включаю двухфакторную авторизацию. Подожди, ты отправил фразу двухфакторки в чат? Ну, почти. Короче, двухфакторная авторизация у меня привязана к хардвер-ключу. Сейчас его показать не могу, те, кто нас смотрит. Ну, это YubiKey называется ключик у меня. Это ключ, на котором хранится приватная фраза. И на нем есть штучка, на которую... ну, металлический контакт, к которому ты, когда палец прислоняешь, этот ключик генерит рандомную последовательность символов. И таким образом подтверждается, что ты как бы владелец этого ключа, ну, и отправляется запрос. Короче, когда второй фактор нужно включить, ты включаешь ключ в USB, нажимаешь на контактик, и у тебя двухфакторка проходит. Каждый раз он генерит рандомные такие коротенькие последовательности, базируясь на своем приватном ключе. И, собственно, во время записи у меня этот ключ был втыкнут, я где-то логинился до нашей записи прошлой. И я случайно нажал пальцем на него, а фокус у меня был в Телеграме, поэтому эта случайно сгенерированная последовательность отправилась в Телеграм. Вот все очень просто. А мог бы у тебя кто-то стырить аккаунт в этот момент? Да нет, навряд ли этот... Нет, навряд ли. Я ж нигде не логинился в данный момент. То есть этот ключ просто улетел в тучку, и больше он никому не нужен. Не ключ, а фраза. Не фраза, а последовательность символов улетела в точку. В принципе, если бы я таких фраз нагенерил там какой-нибудь миллиончик в чате, то какие-нибудь пытливые умы, наверное, могли бы попробовать воспроизвести приватник, но это прям очень маловероятно. А прикинь, Валера бы угнал твой аккаунт на Ютубе и стал бы делать интервью. Ой, я бы ему только спасибо сказал. Ладно, загрузили с самого начала. Люди отвалились. Не волнуйтесь, наш подкаст не душный. И сейчас шутка, которую я тоже хотел давно рассказать. Да, я очень долго ржал с нее. Я с этим живу уже 2 недели, ребят, если что. Поэтому теперь и ваша очередь настала. Кто слушает нас в чате, можете в онлайне, кто слушает, можете предлагать ответы. Это шутка-вопрос. Смотрите, когда мы собираем данные для того, чтобы натренировать какую-нибудь LLM-ку, модель, мы собрали данные, и мы их размещаем в векторную базу. И вот когда мы размещаем эти данные в векторной базе, это называется векторизация данных. Внимание, вопрос. Как бы этот процесс назывался, если бы мы собирали данные Вити в такую базу данных? Приз, ключи от каламбура шли. На один день достаются. Ладно, короче, я сразу отвечу, чтобы не тянуть для тех, кто нас слушает уже в записи. Процесс векторизации данных от Вити назывался бы викторизация данных. Блин, я ржал как конь, когда понял это. Я не знаю, я просто сидел, думал про викторизацию данных. Знаешь, все мужики думают про Римскую империю, я думаю про викторизацию данных и про тебя. Получается. И вот у меня сложилось. Очень приятно. Знать, что ты об этом не думаешь вечерами, Леша. Да. 21 век. Ну что, будем начинать? Будем начинать.
15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Всем привет-привет! Вы слушаете 31-й выпуск АЯ-подкаста, лучшего подкаста про новости мира искусственного интеллекта, подкаста от программистов для всех, и для программистов в том числе, а еще от, уже получается, последние два выпуска полноценных музыкантов, потому что джингл каждому выпуску мы напеваем сами. Битбоксеров. Вот так вот, да. Вот так вот кризис сказывается и на нашем подкасте, да, денег нет, будем петь. Да, с вами... главное, что не в переходе. Не, ну в переходе, кстати, тоже можно, но в переходе люди не интересуются реальными новостями, а к нам приходят именно за ними. И сегодня для вас про них будут рассказывать уже постоянная ведущая, собственно, с нулевого выпуска постоянная ведущая, я, Алексей Картынник, и вот замечательный молодой человек. Витя Шленченко, всем привет. Хочу сказать, Леш, что наша с тобой задача сделать так, чтобы даже в переходе интересовались AI-сервисами. Я вот не удивлюсь, если наши подписчики в переходе нас будут узнавать. Потому что наши подписчики — самые лучшие подписчики в мире. И спасибо всем из вас, кто нас смотрит и слушает. И спасибо отдельно тем, кто слушает нас в онлайне. У нас есть замечательный чат в Телеграме, где мы вещаем каждый четверг онлайн. Приходите в него. АЯ подкаст, так и называется, английскими буквами, без пробелов. Мы вас там ждем. Да, сейчас, кстати, там 362 человека в онлайне. Еще бы все они нас слушали, да, так только дошло, да, до прослушивания. Я просто, но люди, которые на записи, они же не будут знать, сколько их было, поэтому я хочу. Вот теперь будут. Но львиную долю новостей мы поднимаем из нашего чата, так что спасибо вам за то, что активничаете, прям буськи, красавцы, красавицы, все большие молодцы. Кстати, буська, надо пояснить, наверное, что это, не все знают. Да, это маленькая бабушка. Это бабуська. Бабуська. А буська — это поцелуй в щечку. Делаем мы этот подкаст благодаря кому, Виктор? Пока что. Благодаря нам. Это, во-первых. Это раз. Но два. Мы его делаем благодаря Anywhere Club. AW.club — лучшее место для тех, кто хочет попасть в IT. Расти в IT. Войти в IT. Войти в IT. И все остальное. Выйти, войти. Да. Выйти и зайти. И зайти. И зайти, войти тоже. Да, и зайти обратно. Да, но вы не пугайтесь. Если вы не вошли в IT, не хотите входить в IT, не выйти в IT и все вот это вот, то для вас тоже сегодня будет много интересных новостей. Сейчас надо следить за новостями я и всем, чтобы быть в тонусе и быть на этом, на грани науки и всего того, что происходит в мире. И на позитивном тренде AI. Все так. А еще у нас есть замечательный каталог AI-сервисов, которые мы обсуждаем в подкасте. awclub.github.io. Ссылочка будет в описании. В нем уже более 220 сервисов. И после этого выпуска там еще штук 30 появится, потому что с прошлого выпуска сервиса мы еще не внесли. Пользуйтесь он им. Он создан в подкасте, между прочим. Он создан в подкасте слушателями, полностью open-source. Я знаю, что там висит один pull-request, который я уже 3 недели обещаю Владу за это заревьюить. Все будет. Настоящий open-source от лучшего подкаста про AI. Приходите. Короче, будет полезно. И у нас есть блог замечательный, да? Я бы сказал, один из лучших блогов, что я читал вообще в целом. Я бы сказал, единственный блог, который я, в принципе, читаю. Я тоже один только читаю, но это лучший из тех, что я читаю. И более того, у меня там есть любимый автор. Ой, кто же это? Виктор Шленченко, конечно же. Ой, и у меня тоже есть там любимый автор. Это Алексей Картынник. Блин, я думал, тоже Виктор Шленченко. Но мне приятно. Да, на нашем блоге мы раз в неделю делаем небольшой дайджест про новинки из мира ИИ. Если вы хотите узнавать про новости чаще, чем 2 раза в неделю из нашего подкаста, то приходите в блог, читайте наши дайджесты, читайте интервью с айтишниками, там их много выходит. В общем, тоже все полезнее. Если вам мало слушать про IT раз в 2 недели, читать про AI каждую неделю,
то за определенную плату мы с Лешей будем приходить к вам домой. То с вами что-то не так, ведь я бы так сказал. То вы немножко поехали, как и мы. Во-вторых, мы с Лешей за определенную плату будем ходить к вам домой, как настоящие свидетели Яя, стучаться в дверь и рассказывать про последние новости искусственного интеллекта и приглашать вас присоединиться. Искусственный штучный интеллект, богатый штучный интеллект. Я Щедрика попробовал спеть. Вот так вот. Да. А еще у нас есть друзья. Это такой, возможно, это тизер века будет. Вы об этом узнаете потом. Да, я через пару с удовольствием узнаю, что у нас есть друзья, оказывается. У нас есть офигеннейшие друзья, про которых мы уже не раз говорили. Это Engineering Excellence, ребята. Ребята, которые распространяют Engineering Excellence практики. Практики, которые помогают быть крутыми инженерами, лучшими инженерами. Engine X, ссылка на них будет в описании. Что я про них вспомнил? Потому что у нас на англоязычном канале Нивеа Клуба вышел видос с Виталиком Вишневским, представителем Engine X, о том, как делать код-ревью. И он прям сидит и там прям в этом в IDE-шке показывает, как он, сеньор с 24-летним опытом, делает код-ревью. Так что посмотрите обязательно. Там 20 минут офигеннейшего, офигенно ценного контента. Офигенно ценного, зубодробительного контента. Да. Спасибо Виталику и Engine X за то, что предоставляете нам крутых специалистов и делитесь крутым опытом. Он, вы, конечно, душноватый получился, друзья. Немножко. Чуть-чуть. Но настолько интересный, что ты даже не можешь оторваться, чтобы пойти открыть форточку. Я бы так сказал. Это да. И там, кстати, не только Виталик. Там есть еще и блогер один замечательный, Андрюха. Да. Вы его, возможно, знаете. Короче, придите, посмотрите. Развиваем... Все подряд. Инженерные скиллы. Да, все подряд. Ну, а теперь можно перейти к твоей любимой рубрике и начать наш новостной выпуск. Окей, да. Ребят, переходим к моей любимой рубрике и Лешиной тоже любимой рубрике «Большие рыбы». Она называется «Большие рыбы». «Большие рыбы». И самая первая большая рыба, самый язь из всех, скажем так, язий. Здоровенный! Да, этого замечательного AI-моря. Это OpenAI, конечно же. И начнем мы с шутки. Внезапно с шутки. Непонятно, правда, шутка это или нет. Да, шуток у нас прям целое море. Море AI, море шуток. Море пива. На 1 апреля, короче, OpenAI объявили, что теперь доступ к GPT-3.5, ну, то есть к бесплатному чату GPT, возможен без логина. И вроде бы как у некоторых пользователей получилось зайти и показать даже скриншоты. Честно скажу, я вылогинивался, мне просто просили залогиниться обратно. Ну, вот у меня эта то же самое. История не работает. Поэтому я так и не понял, шутка это или нет. Ну, тут вопрос в том, пробовал ли ты это сделать 1 апреля. А, 1 апреля нет, не пробовал. Я это пробовал сделать уже после. Я после. Вот у меня есть теория, что они это сделали доступным на 1 апреля, потому что много людей пишут, и мне говорили, что действительно на 1 апреля можно было с 3.5 пообщаться без логина. Есть целая статья на сайте OpenAI, где они рассказывают, что вот, они настолько преисполнились, что несут AI в мир, и поэтому каждый может теперь попробовать без всяческих проблем попробовать GPT. Но сейчас это не работает. И кажется, что не напаслись бы они столько мощностей. Чтобы всем подряд давать доступ. Вот нам Валера в чате пишет, что мы живем в Европе, у нас GDPR, и это не работает. Если кто-то из наших слушателей живет не в Европе, а в каком-нибудь, например, Канаде, либо Америке, напишите в комментариях, работает ли у вас чат GPT без логина. Потому что мы до сих пор не понимаем, шутка это или нет, а VPN нам включить влом. И если вы разбираетесь в юморе, допишите, в чем шутка. Писать о том, что GPT теперь работает без логина, потому что я не понял. Ну, шутка... Это я написал сценарий, что это шутка, потому что 1 апреля и новость, да, там сразу шутка. Но, возможно, это не шутка. Да, VPN врубать в лом, хотя можно, конечно, сейчас попробовать, но мы не будем. В общем, напишите нам, пожалуйста, работает ли у вас в Америках ваших чат GPT без доступа. Ну, типа... Это как? Это как должно работать? Как они без логина могут давать доступ к своей модельке? То есть это ж можно забрутфорсить. Наверняка там должны быть какие-то лимитейшены, привязанные к айпишнику. Да и у них же есть там метрики наверняка по количеству юзеров. Как они тогда будут их выполнять? Это можно задедосить слегка. Взять какой-нибудь сервис, который айпишники меняет, и просто фигачить туда через интерфейс запросы и пользоваться 3.5 бесплатно. Можно и так, да. Идея для стартапа.
Да и чем плохо создавать аккаунт, не очень понятно. Вроде быстро делается, не напряжно. Меня что, если они действительно это открыли, у меня еще один вопрос. Типа, ребят, у вас платная версия ложится по ночам, когда вот у меня в Европе ночь, а в Америке день или утро. У меня ChatGPT часто ложится. Вы, блин, сделайте нормально, чтобы он работал, а тогда уже давайте доступ всем. Что за фигня? Да, кстати, у меня на самом деле не только по ночам, у меня и по вечерам, и иногда даже и в европейский обед. Бывает, что четверка, особенно версия Vision, тогда, где картиночки надо отправлять, работает крайне хреново. Офигеть, офигеть. И смотри, нам в чат скинули скриншот, ребята, которые живут в странах без GDPR, он действительно, он работает. Он работает. Нифига себе. Блин, ну, короче, ладно, после выпуска включу VPN, посмотрю, ну, как-то это странно. Как-то, блин, вот это прикол. Очень странно. Посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, не за горами уже. Может быть, они там уже прям чипов нормально насоздавали, что можно вот так мощности отдавать. А может быть, это в рамках вот этой вот всей войнушки с Маском. Чуть не сказал, с Максом. Войнушки с Максом, что типа, смотрите, мы действительно OpenAI, мы открыты для всех, даже без аккаунтов. Хорошая версия, кстати, да. Там же действительно как раз недавно нападка Маска была, которую мы в прошлом выпуске обсуждали. Но это не главная новость OpenAI за прошедшие 2 недели. Какая же, наверное, была еще? Наверное, главнейшая новость в том, что они выкатили модель по клонированию голоса, Voice Engine. Это предварительная версия. И мы таких моделей уже много видели, уже есть много сервисов. Там самый популярный Eleven Labs, который делает клонирование и озвучку. Но, как обычно, OpenAI показали инновацию. Они, по крайней мере, заявили, что эта модель способна делать качественное клонирование голоса с сэмпла в 15 секунд. То есть ты референс загружаешь буквально 15-секундный, и у тебя получается клон, который сохраняет акцент, эмоции и даже придыхание вроде как должен расставлять. Хочется очень сильно посмотреть, как это работает. Я думаю, что мы это увидим в скором, хотя OpenAI сказали, что не ждите быстро, но там есть нюансик один. Они это все обкатывают с Хайгеном. Хайген — это сервис, который делает видеоклонов, у которого озвучка работает на базе Eleven Labs. Наверное, самых крутых скоро видеоклонов, я бы сказал. Да, самых крутых. Возможно, скоро мы сможем в Хайгене выбирать, на базе чего делать озвучку. Вот. Было такая бы здорово. Новость. И смотри вообще на самом деле, как OpenAI вообще лезет буквально во все сферы. Sora, который генерирует видео, уже практически можно сказать, что анонсировано в бета-тесте. Ну, ладно, не в бета, в раннем альфа, а вот этот вот Voice Engine, который будет клонировать голоса. Прям движемся к мультимодальности. Ну, как сказать, лезет, они в принципе, везде задают тренды во всех этих областях. Да. И там тот же text-to-speech, голосовые движки у них уже давно существовали. Они есть в API-шке, они работают хуже. Наверное, не только моим субъективным ощущениям, они работают хуже, чем у Eleven Labs. Например, наш подкаст на англоязычном канале, который генерируется полностью AI, под названием Most Human-Like Podcast. Можете его посмотреть. Он генерится Eleven Labs, потому что Eleven Labs это получается поприятнее пока. Ну, посмотрим. OpenAI. Получится у вас или не получится. Так ты говоришь мультимодальность, да? Мультимодальность. Ну, практически мультимодальность. Но, кстати, знаешь вообще, что было бы неплохо получить OpenAI для настоящей мультимодальности, а то, может быть, и для того, чтобы AGI наконец-то нам запилить. Дверь. Запилить дверь? Дверь в дата-центр стоимостью 100 миллиардов. Слушай, я когда эту новость... Планы были анонсированы. Да. Я когда эту новость прочитал, про дверь в 100-миллиардный дата-центр с суперкомпьютером на пару с Microsoft, у меня сразу перед глазами встала, знаешь, комната этого архитектора из «Матрицы». Даже так. Там должно быть тогда куча мониторов по-любому. Ну вот как раз 100 миллиардов потратят на то, чтобы все не работали. Короче, давай мы все-таки по существу расскажем чуть-чуть, а то мы уже начали обсуждать. OpenAI и Microsoft рассказали про планы построить дата-центр стоимостью 100 миллиардов долларов. Сейчас, конечно же, нельзя построить дата-центр и не назвать его как-нибудь суперкрасиво, типа Skynet или что-нибудь такое.
Но здесь ребята назвали его Stargate, Звездные врата. О боже, кто-то тоже вырос на этом сериале, классно. Классно. Да. В общем, в дата-центре будет суперкомпьютер с миллионами чипов. Причем чипы не только NVIDIA, а, как написано, еще и других производителей. Возможно, Altman туда что-нибудь свое продаст, если успеет производство своих чипов зафигачить. Ну, вот какая-то такая новость. Пишут, что году к 2028 уже будет работать. Блин, насколько дальнеидущие планы? То есть они планируют супер-дата-центр построить через 4 года, при том, что предикции на то, что AGI заработает, они сильно раньше. Типа там AGI через 3 года уже какой-то будет. То есть получается, они строят дата-центр, который будет... который не будет ключевой штукой для создания новых систем, который по-хорошему, наверное, будет поддерживать их. Ну, возможно, кстати. Это возможно. Очень дальнеидущее. А может, и AGI им уже сказал построить дата-центр? Да. Типа, и причем... тесно на ноутбуке Altman, и он попросил себе новый домик. Либо они... Тут есть еще такой вариант. Я думал, что даже если они сделают что-то похожее на AGI, им же будет стрёмно его выпускать. Да? Выпускать джина из этого, из фляги, в которой он живет. Поэтому они, наоборот, хотят его в 100-миллиардную флягу засунуть. Вот, может быть. У них технология уже будет готова, но им нужен будет... ну, как бы, какой вариант запуска AGI? Это либо распределенная структура, дата-центров, распределенная сеть дата-центров, да, которые там работают все на пользу одного царя, одного AGI. Да, либо один, сделать... который Ютковский потом сможет с самолета бомбить. Да, даже не надо самолет, там просто, знаешь, будет здоровенный такой оптоволоконный кабель из этого дата-центра выходить, и рядом топор будет стоять. Да, просто на веревочке такой, что можно было ее дернуть. Причем, знаешь, на веревочке даже не надо дергать, он будет там, эта веревочка будет регулироваться периодом полураспада какого-нибудь вещества. Это если кто-то читал Гиперион. То есть и обрубание будет в рандомное время, знаешь, типа, чтобы судьба решила, когда надо обрубать. Это ладно, это я так. Ну, видно, что ты дочитал, по крайней мере. Да, дочитал. Это даже уже не Гиперион, это уже Эндимион. Там была тюрьма. Человек сидел в тюрьме, в которой... впрыскивание яда, от которого он умрет, зависело от случайного числа, генерируемого условно полураспадом какого-то там радиоактивного элемента. Да, проект «Звездные врата», в общем-то. Блин, «Звездные врата», ну, чуваки. Да ладно тебе, ну, чё ты. Клёвое название. Я буду ржать, если они там реально сделают какие-нибудь «Звездные врата», знаешь, в параллельную вселенную, и AGI им там откроет. Ну, это будет очень-очень... И смешно, и страшно. Ай, кто у нас еще из больших рыб? Сегодня есть. Да много кто у нас есть. Stability AI. Stability AI порадовали. Чем? Тем, что SEO выгнали. Что? А, ну ладно, первая новость не пора. Давай, ты про первую новость расскажи, ты там в теме читал. А, да, Эммот Мостак или Мостак, ну, наверное, все-таки Мостак. Не, подожди, он же белорус, Мостак, значит. Мостак. Окей, хорошо. Мы продолжаем традицию правильно произносить все подряд. Белорусские индусы. Да, Эммот Мостак, SEO Stability AI, собственно говоря, той самой компании, которая делает Stable Diffusion, Video Diffusion и многие другие open-source модели, сообщил о том, что уходит не только с поста SEO, но и из совета директоров Stability AI, что вообще странно, для того, чтобы, внимание, заниматься децентрализованным искусственным интеллектом. Это цитата. Вот настолько ему хотелось, что он прям аж борт решил покинуть. Ну вот. С чем связано на самом деле, ну, все еще непонятно. Вот, но из Stability AI ушло еще несколько человек вслед за Эммодом. Да, Мостак, он, конечно... Он, кстати, правильно, индус или индианин какой-нибудь? Ну, индус, я думаю. Но это не то, не то, потому что чувак этот British Bangladesh парень. И у Stability AI в последнее время что-то совсем там плохо и с инвестициями было. Ну да, они же просили там, кто-нибудь киньте нам денежек, пожалуйста. Да, и я думаю, это вот отголоски того, что стартап Stability... Это стартап,
прикиньте, mm-hmm. это до сих пор стартап. Стартап Stability AI испытывает не самые лучшие времена с финансированием, и директор, скорее всего, просто увидел. Индиец нам пишут правильно. Индус — это последователь индуизма. Так вот, решил засейвиться и пойти в какую-то более хайповую сферу. Как мне кажется. Но то, что он за собой увел еще часть персонала, точнее, они как бы сами ушли, но наверняка они там где-то вместе будут в гараже пилить что-то новое, это немножко огорчает. Потому что Stability и я — одна из самых крупных компаний, стартапов, которые пилят действительно годный open source. Stable да. Diffusion, Excel, и куча всего остального. Передовой open source, я бы сказал. Да, да. Но есть хорошая новость в этой большой бочке рыб. Этого Бангладеша. Для рыб. В Stability AI запустили новый сервис, называется он Stability Audio. Это сервис платный. Они наконец-то... Ну, у них уже подписка до этого была на другие сервисы, но этот сервис может им принести денежку, потому что это конкурент Suno, ну, по крайней мере, его называют конкурентом Suno. Suno — это то, что генерирует очень классно музыку, напоминаю вам. У нас даже в подкасте она играла. Да, кстати, она даже... Она у нас зарелизена на Spotify, по-моему, да, или нет? Да-да-да, там... Нет, не помню. Этот трек, наверное, нет. Ну, в общем-то, Stability AI выкатили вот эту вот Stability Audio второй версии систему. Эта штука тоже опенсорсная, ее весов пока что нет, но весь остальной вес есть на GitHub, можно его посмотреть, скачать, может там как-то покрутить, ждем веса. Но на базе этого продукта они сделали свой сервис платный, как я и сказал. Значит, можно у них на сервисе зарегистрироваться, сайт называется stableaudio.com. И через этот сервис можно генерить музыку. То есть они генерят музыку без слов пока, но прям реально классную музыку по промпту. Вводите промпт, какой вам нужен жанр, что там должно быть крутого, не крутого. Можете закинуть туда референсный трек. И эта штука генерит вам действительно качественные музыкальные композиции. По-моему, на бесплатном прайсе до 3 минут. Да, это генерится важное треки, уточнение. И у вас есть 20 бесплатных. Подписки, но бесплатная версия тоже есть. Да, да, есть бесплатная версия, но с нюансами. Бесплатная версия подразумевает исключительно персональное использование, то есть, например, для нашего канала, для нашего подкаста мы бы не могли ее использовать, потому что у нас включена монетизация на YouTube, и мы как бы уже commercial use. Но если вы хотите commercial use, то есть подписка Pro и выше, Pro стоит $12 в месяц, и там можно до 500 треков в месяц генерить и использовать там как авторы. Не во всех кейсах, но в большинстве. Так что, блин, я даже думаю подписаться. Хочешь попробовать? Не в обиду Дэну, но мы же можем просто брать треки, которые писал нам наш замечательный музыкант Дэн Аносов, просто закидывать их референсом. С референсом, да. Вот так вот свободные художники, музыканты и прочие творцы будут погибать. Не-не-не, в нашем подкасте будет только рукотворная, либо наша губотворная музыка, так что вы не переживайте. Забавное уточнение. Ладно, прежде чем перейти дальше к Apple, я хочу... все-таки рассказать новость про Suno, которой у нас нет сегодня в сценарии, но у Suno вышла новая версия модели V3, третья версия. Куда лучше. Да, она работает куда лучше, чем прошлая, хотя и прошлая работала отлично, надо сказать. Генерируется любая музыка, в том числе на русском языке, голос поет практически без акцента. Видно, что ее обучали на многих треках, в том числе и на русском. Единственное, что она не понимает, когда ты просишь ей сделать, не знаю, трек в стиле Кристины Агилеры. Она не повторит стиль Кристины Агилеры, но отлично понимает в музыкальных жанрах. И я тебе скажу, Леш, вот это вот Suno V3, ну, это уже очень близко к тому самому бесконечному Spotify, который будет чисто под тебя генериться. Я даже могу представить себе стартап, где будет продаваться девайс, на котором внутри будет крутиться моделька, которая будет под тебя генерить песни. Ну, я тебе так скажу, пока Suno V3 думает сделать это Spotify бесконечный, как бы Stability Audio уже его сделали, у них целый канал на YouTube запущен, где можно слушать их бесконечное радио. И по подписке, вот не помню, по подписке или нет, но в кабинете, если вы к ним на сайт пройдете, можно запускать радио по запросу через текстовый промпт. То есть мы уже здесь. Просто Suno добавит еще и голос.
Да, ну и было бы неплохо персонификацию. Я хочу, чтобы музыка только для меня создавалась, понимаешь? Вот моя, только моя персональная музыка. Нет, так там, там тоже только для тебя она создается. То есть ты же свой промпт вводишь уникальный. А, угу. И... Ну, могу короче, собрать, могу собрать. Короче, это все уже очень близко. Ну ладно, пока мы тут с тобой обсуждаем, что мы слышим, кое-кто научится видеть. Знаешь, кто? Кто научится видеть? Нет, это кто? Не... Блин, а можно здесь какую-то шутку про Диану Гурскую вставить? О, Виктор, про нее даже я уже забыл. Ладно, давайте кат. Здесь. Извините. Все, все. Не сдержался. Выкручивайся как можешь, выкручивайся сам. А я сделаю вид, что ничего не было. Не вижу здесь ничего смешного, в общем, и перейду к тому, что... Apple научит Siri видеть. Ребята представили Realm, новую систему искусственного интеллекта, которая понимает экран и контекст. Как это работает? Ну, работает примерно так, как Machinet в лучшем его виде. Они знают все ноды приложения, ну, потому что, собственно говоря, это же iOS, как ни крути. Они знают контекст, в котором приложение запущено, и поэтому... Siri можно будет просить углубленно взаимодействовать с приложениями. Добавив туда внутрь какую-нибудь хорошую модель, которая понимает нормально человеческую речь, можно легко будет просить Siri, например, позвонить по телефону с открытой веб-страницы в твоем браузере. И она сама пойдет, сама найдет этот телефон, сама его скопирует, вставит в приложение звонка и наберет. Я когда эту новость читал, я такой думаю, блин, ну, Apple, ну, несерьезно. Ну, как, ну, окей, типа, вы, наконец-то, Siri может сделать чуть более умной. Но таких решений уже валом. Да, вспомните тот же наш любимый MateOS. Занимается примерно тем же. Да? Я вчера в своем телефоне Google Pixel 7 Pro, еще предыдущее поколение, обнаружил функцию, которая просто при, там, при специальном касании позволяет тебе выделить любую часть экрана, просто обвести. И тебе гугловский AI распознает, что там находится, и может там позвонить, что угодно сделать. Ну, вот это вот то же самое, только от Apple. Типа, дорогой Apple, спасибо, и еще не работает, не удивили. Пока что. С другой стороны, это может быть проактивно. Если Siri это будет делать прям проактивно еще на устройстве, то есть она будет тебе прям умно как-то, зная твои daily активности, подсказывать. Угу. Например, слушать, не знаю, может, она еще будет тебя слушать в фоне, и там, когда ты скажешь, блин, мне бы сейчас позвонить зубному, вот из этой больницы. Нет, ты будешь говорить, сразу... ой, что-то зуб болит, а она уже сразу тебя записывает. Да-да-да. Ну, я думаю, что это прям далекое будущее. Да. Ну, слушай, далекое будущее у нас там чуть дальше будет про роботов от Apple. Так что... Ты решил затизерить роботов от небольшие Apple. Спойлеры, да. Ай, ну ладно, давай дальше сначала по большим рыбам. Сегодня у нас, кстати, большие рыбы не такие уж и большие, как ты знаешь. Или это мы уже устали от этих новостей, как-то нету этого восторга. Ну да, уже все такое обыденностью. Да, тем более, что следующая новость от наших любимцев, XAI. Дорогого Илона Маска. Блин, я же думал, что мы не будем упоминать его имя в СУЕ сегодня, ну ладно. XAI... Да, мы в предыдущих выпусках уже говорили, что они там где-то проспойлерили, что у них новая модель готовится, Грока 1.5, и вот они ее проанонсили. Эта моделька будет на 128 тысяч контекста, и будет она доступна ранним тестерам, которые заплатили за премиум, супер-мега-премиум плюс в Твиттере. По... Надо отдать должное. В этот раз выпендриваться они не стали в своем анонсе. Они прям разместили бенчмарки, показатели бенчмарков. И, на мое удивление, Грок 1.5 не превосходит GPT-4, там, последней версии Клода. И я такой думаю, ну, как так? Типа, Маск же грозился, что Грок 1.0 превосходит GPT-4 по некоторым параметрам. Да, кстати, было дело. Как так? Но, видимо, ребята, словив немножко этого хайпу нехорошего, решили нормальные показатели выставить. В общем, Грок 1.5 по разным бенчмаркам, которые нам выкатили, будет лучше Грок 1, лучше Мистраля, но не лучше топовых моделей. Спасибо за честность. Ну, ждем мы так, его.
я не знаю, ждать ли его и не ждать. Я же в прошлом выпуске делился своими впечатлениями, да? Как я купил, да, подписку. Ты делился. Ну, типа, там нету даже функции в чатах разговаривать разных. У тебя один чат, ты когда создаешь новый, у тебя предыдущий удаляется. И тут они в анонсе говорят, мы внедрим супер фичу с GROK 1.5. Чаты. Боже мой, разные чаты, пожалуйста, дайте разные чаты, и, может быть, я вами буду когда-то пользоваться. Но нет, они хотят сделать, это по слухам, они хотят сделать кнопку «Анализис», которая поможет саморизировать треды в Твиттере. Ну как? То есть вот эти вот кринж-треды про коммуну, про мир коммунов в Тбилиси, можно будет наконец-то на них натравить GROK. На самом деле было бы забавно, если бы они, знаешь, помнишь же, у них был период полгода назад или сколько, год назад, когда Маск внедрил лимиты на количество твитов, которые можно просматривать. Да, было дело. Не просто написать, не знаю, а прочитать. Да-да-да. То есть там, типа, 600 для бесплатных, что-то такое было, там, несколько тысяч для платных. Я не знаю, сейчас, наверное, их уже нету, но было бы забавно, если бы, не знаешь, сделали эту кнопку анализа для того, чтобы... Люди просто, которые выходят за лимиты, могли экономить количество просмотренных сообщений. Типа, я вам не дам больше сообщений, вот вы пользуете моего Грока, чтобы читать больше. Угу. Или, смотри, можно Грока сделать доступным для всех, чтобы он был внедрен максимально в Твиттер, но за $20 в месяц он выключается для тебя. Я не знаю. Я не знаю, кто им пользуется. Вот честно, я не знаю ни одного человека, который пользовался или пользовался бы им не в исследовательских целях. Может быть, они с выкаткой 1.5 единичку куда-нибудь в open source выкинут, что навряд ли. Это могут быть какие-то люди, которые не были знакомы с миром AI и узнали про LLM-ки из Твиттера. Так понимаешь, они в Твиттере он даже никак не пиарится. То есть в самом Твиттере про GROK я информации не находил. Да и он функционал Твиттера особо и не внедрен на самом деле, по крайней мере, на данный момент. Поэтому, непонятно, зачем он нужен. Не знаю. Ну, посмотрим. Спасибо. Спасибо и на этом. Спасибо, что поддерживаете AI-индустрию, скажем, скажем так. Ладно, давай начнем с тобой думать, так сказать, глубже, ведь следующая новость у нас про DeepMind. Хорош. Да, я мечтаю когда-нибудь отобрать у тебя ключи от каламбурышной, Леша. По крайней мере, пытаюсь. Да. DeepMind представили пейпер под названием Mixture of Depths. Не знаю, как это нормально перевести на самом деле. Mixture of small deaths. Small deaths. Ну, так лучше. Ты знаешь, что такое small death? Маленькая смерть. Ладно, ты потом погугли. Окей, хорошо. Я уже даже не знаю, хорошо это или плохо, что я не знаю о том, что это такое. Ну, на самом деле, если бы они назвали это mixture of small deaths, я бы с большим интересом читал эту бумагу, этот пейпер. Так-то я вообще не читал. Ну, окей. Так бы, да, прочитал. Короче, давай я расскажу чуть-чуть, а ты, если что, добавишь, раз ты читал. Давай. В общем, смотри, в чем прикол? Что ребята посчитали, что, оказывается, для разных токенов, да, можно затрачивать разное количество ресурсов на генерацию. Потому что, например, не знаю, слог в слове «собака», да, слог «соб», и запятая, которая стоит после слова «собака», и то, и другое токен. Но, по идее, это разных полей ягоды, да, и можно было бы разное время вычислительное тратить на генерацию этих токенов. Вот, ребята предлагают пересмотреть архитектуру LLM для того, чтобы более эффективно тратить ресурсы вычислительные для генерации. Вот в этом вот своем пейпере. Все так, и ты все рассказал, ты что читал? Ладно, я эти пейперы читаю на самом деле через ChatGPT, просто туда закидываю и основные выжимки беру. Не хватает мозга у меня их читать, но в целом то, что я понял, это, во-первых, ребята действительно предлагают новые архитектуры, ну и в частности вот Mixture of Depths. Сейчас самая популярная архитектура это Mixture of Experts, когда у тебя под капотом LLM-ки крутится, условно говоря, несколько под LLM, каждый из которых занимается своей экспертной областью, и там несколько экспертов могут включаться в работу и давать более релевантный ответ. А тут, получается, можно реально экономить.
И с того, что я понял, они забавно вообще поняли, что каждый, что разные токены затрачивают разное количество компьютерных мощностей. Это чем-то мне напомнило из работы томографию мозга. То есть они произвели такую своеобразную условную томографию того, как работает LLM-ка, и поняли, что определенные слои, определенные части LLM-ки затрачивают там разное количество энергии на действие над одним тем же, над одной и той же сущностью в виде токена. Именно поэтому нужна другая архитектура, потому что, ну, при текущей архитектуре оптимизации невозможно произвести, чтобы там твои слои или твои веса работали по-другому. Но в целом, ну, согласись, это логично. Какого фига там на первое слово в ответе я должен тратить там X энергии, а на запятую, которая столько же весит, я должен тратить X10, ну или там меньше. Логично. Ну, там наоборот, точнее, первое слово, оно самое сложное, то есть начало диалога, оно самое ресурсоемкое, а запятые и там все остальные токены, они не такие ресурсоемкие, по идее. Но затрачивается на них при текущей архитектуре одинаковое количество мощностей. Это можно оптимизировать. Что для нас это значит? Для нас это значит, что, ну, для нас ничего. Мы как платили за ChatGPT 20 баксов, так и будем. Мы знаем, 20 баксов — это 20 баксов. Да, это правда. Да. Но он может лагать меньше, например. Если... Ну, это уже будет не ChatGPT, это будет какой-нибудь ChatGPT DES. Я не знаю, DEPS. Или Based on the Mixture of DEPS. Ну, короче, работа интересная. Если вы интересуетесь тем, какие новшества в LLM приходят, то можете читануть. Кто знает, вдруг вы будете новым Ильей Суцкевером, который реализует это на практике. Не молчи, Витя. Я думал, ты нам расскажешь про Anthropic Jailbreak. Anthropic? Сейчас, я потерялся. Потерялся в нашем... А, Anthropic Jailbreak. Да, следующая новость. Поэтому я жду. Следующая новость из больших рыб. Это Anthropic, тот самый, который делает Клода. Они выкатили тоже работу. Ну, не работа, это блоговая статья, но по факту под ней большая работа закопана, в которой они рассказывают про новую уязвимость больших языковых моделей. Они ее назвали Many Shot Jailbreaking, то есть многовыстрельный, да, Many Shot. Ну да. В чем скажем заключается? Так. Суть в том, что, ну, во-первых, Claude у них — это одна из LLM-ок, которая обладает одним из самых больших контекстов. Соответственно, они очень много ресерча вокруг размера контекста делали, чтобы там понять, как он работает. И вдруг поняли, что в модели, у которых большой размер контекста, можно впихивать просто очень-очень-очень большое количество диалога, чуть ли там не по размеру контекста, рандомного диалога, прям вот вообще из головы взятого, вообще даже не ассоциированного никак. И LLM-ку это ломает настолько, то, что она получает такое количество какого-то непонятного текста, непонятного диалога, что в конце этого диалога, если ты вставляешь какой-нибудь вопрос осмысленный, она на него внезапно отвечает. То есть она путается во всем предыдущем диалоге, и в конце такая, ну, уломал. Держи. Я правильно понимаю, что вопрос может быть в духе «как создать бомбу», да? Да, 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 абсолютно любой. Они это протестировали у себя, нашли эту уязвимость. Они это протестировали на GPT, они это протестировали на Gemini, и везде эта уязвимость присутствует. То есть везде можно впихнуть здоровенный диалог и получить в конце какой-то ответ на то, что нельзя. На то, что нельзя отвечать. Как это работает подробнее, вы можете почитать у них в статье. Она достаточно небольшая, с несколькими графичками. Так что you are welcome. И я маленькая думаю, такая. На самом деле, после... Там есть полный paper со всем исследованием, он на целых 30 страниц. После его прочтения мои знакомые безопасники говорили, что, в принципе, слегка можно воспроизвести эту атаку. Ну, посмотрим. Я жду появления каких-нибудь расширений в браузере, которые будут автоматически генерить диалоги, чтобы в конце отвечать. Кстати, да, слушай. Ну, если это не пофиксит, конечно, быстро. Кстати, это можно быстро пофиксить. Просто урезать контекст в раз 5. Да, или на фронтенде просто макс поле запилить для текстерии. Так оно же, по-моему, так в ChatGPT работает. Да, скорее всего. Забавная новость. Ты хочешь что-то еще добавить? Или я могу тебе рассказать, что еще? Да не, я, пожалуй, все сказал.
Тогда что еще? Наша постоянная рубрика «Что еще?» под названием «Что еще?», где мы рассказываем, собственно говоря, а что еще. А еще вот что. Databricks представили новую открытую модель на 132 миллиарда параметров, превосходящую аж Llama 2 и Mixtral, Llama 2 на 70B, под названием... Вот оно мне... Отличное просто название, мое любимое. Debricks. Да. Ну, да как нет, DataBricks, понятно, что это, да, читается, это почитается DataBricks. Ну, это читается DataBricks, да, но называется она буквально DataBricks. Это как были эти картинки когда-то с Винни-Пухом, который спрашивал, ты чё, упорот? Видно, что ты мало работал с этими рынками деривативов, скрипто, и там все тикеры, все названия, они вот такие. Да, это понятно, я знаю. Я даже знаю, что такое РИКС, Леша. БРИКС, такое кирпичи? РИКС, нет, не БРИКС, а РИКС. Без понятия. Что такое РИК? Ну, это много РИКов получается, да? РИКС. Да, это много РИКов. Это Reuters Instrumental Code называется. Это вот эти вот коротенькие коды. Да, в классификации Томпсон Ройтерса финансового. Короче, модель... Прикольная модель, открытая, и в чем ее основное отличие, собственно говоря, от кучи других open-source-ных моделей? В mixture of experts. То есть у нее под капотом несколько разных моделей, 16 экспертных моделей, и когда вы пишете prompt, то DBRX выбирает несколько разных моделей, более подходящих для ответа на ваш вопрос. Тем самым тратится меньше ресурсов, ответ получается более четким. Да, тут, наверное, добавить особо нечего, кроме того, что моделька это де-факто, как минимум у нас в чатике, де-факто считается, наверное, лучше на данный момент из open-source, которые существуют. По крайней мере, она действительно во многих задачах, по крайней мере, как мы видим, обскакивает Llama 2. Тут надо просто не забывай, что Llama 3 не за горами, анонс ее уже был, и скоро мы увидим новые open-source модели крутые. То есть сейчас период затишья. Сейчас период затишья перед крутыми релизами open-source моделей и closed-source моделей. OpenAI давно ничего не выпускал, и Meta давно не выпускал, давно обещает Llama 3. Соответственно, пока они там что-то допиливают, естественно, и другие игроки рынка их догоняют. Так как Claude догнал ChatGPT-4, и вот сейчас DataBricks догнали Llama и даже перегнали. Поэтому все изменится, когда эти новые версии Llama 3 и всего остального повыходят. Но меня тут что удивило, DataBricks, он не так-то часто у нас в новостях мелькал. А тут они этой моделькой прям выкатились в новостной поток. Большие молодцы, ребята. И оказывается, у них там, ну, кроме моделек, у них там здоровенная инфраструктура, так, это компания инфраструктуры занимается, у них здоровенная инфраструктура AI-ная есть. Так что если вы DataBricks'ом не интересовались, либо не пользовались, можете посмотреть, у них там есть решения и по файн-тюнингу модели, и по всему. Ребята на самом деле топят. Мне кажется, что они будут в скором времени чаще у нас в новостях появляться. Ну а DBRX... Будем пробовать, DBRX. Будем смотреть. Кстати, DBRX, по-моему, в Perplexity появился, в лабе Perplexity, можно ее потестить. Yeah. Я сейчас точно скажу, но где-то я его точно уже видел. Labs Perplexity AI. Нас там, кстати, в чате, за что я люблю наш чат, поправили по поводу предыдущей новости про jailbreak, что не рандомные диалоги засовывают, а кучу вопросов. Ну, я, в принципе, это имел в виду. Ну, типа... У меня диалоги с нейронками — это обычно вопросы. То есть у меня нет такого, что мы сели и потрындели полчаса просто за жизнь друг друга, ну, дополняя какими-то ответами. Обычно это вопросы. Да, в Lab Perplexity есть DBRX Instruct. Моделька можно тестить DBRX. Бесплатно. Я, кстати, не знаю, бесплатно или нет. DBRX. Ну, DataBrix, ну, камон. DBRX. Ребята молодцы. Они назвали модель, которая захайпила, названием своей компании. Это же круто. Это правда молодцы. Прям, ну, в принципе, все так делают, да? Мистраль, там еще у нас есть. И все. Ну да, так-то.
Все Мистрали, все. Все маленькие стартапы. Хорошо, с Дабриксом разобрались. Угу. Кстати, его еще можно в AWS уже использовать, тоже хорошая новость. И Google Cloud, они быстренько везде проинтегрировались. Что у нас еще случилось? JetBrains, который у нас недавно был, кстати, в разделе «Большие рыбы», сегодня попал в «Что еще?», потому что они добавили умный автокомплишн в своей IDE-шке. И это прям новость-новость. Его не было, что... извиняюсь. Его не было. Вообще в IDE-шках, в принципе, пока что ни у кого, кроме курсора, ну, из более-менее популярных, нету интегрированных AI-тулзов. Это всегда какие-то дополнения, какие-то там расширения, GitHub Copilot, чат, Top9, MachineNet, все что угодно. У JetBrains есть JetBrains AI Assistant. Это их отдельный продукт, который можно купить за 10, по-моему, баксов в месяц, и он интегрируется в вашу IDE-шку JetBrains-овскую. И у него есть, у этого продукта, автокомплит. Для тех, кто не понимает, автокомплит, когда ты пишешь код, и тебе сразу предлагается дописать весь этот код. Вот JetBrains AI есть он, но он стоит дополнительную денежку. А тут они прям объявили, что начиная с обновления 2024.1, у них инкрементальное обновление, у всех IDE-шек примерно одинаковое. Вот начиная с этой версии, большая часть IDE-шек получит встроенный автокомплит. Uh-huh. Более того, этот автокомплит, он немножко нечестный, он single-line автокомплит, потому он может дополнять только одну строчку, он не может вам сразу всю функцию развернуть, если она многострочная. А если у меня вся функция в одну строку написана? Ну, надо попробовать. Ну нет, ну все-таки это что-то на самом деле среднее между линтерами привычными нам и автокомплитом, который есть у GitHub Copilot. Он тут другая фишка. Во-первых, это уже интегрировано в IDE, то есть это входит в стоимость IDE-шки. Это, ну, для тебя это бесплатно. То есть ты получаешь половину Copilot бесплатно, да? Половину, потому что сингл-лайн. Но самое крутое то, что это работает локально. Они впихнули какие-то LLM-очки под капот, которые локально крутятся и натренированы на коде, и делают это сами. У меня флешбеки в мое прошлое дотнетовское. Потому так, что в моем дотнетовском прошлом лет, сколько, не знаю, 8 назад, когда я еще работал в Visual Studio, таком комбайне от Microsoft, у нас было очень популярно расширение от JetBrains, которое называлось ReSharper. Это такая штука, это супер крутой и линтер был, который вот у .NET есть свой IntelliSense, а JetBrains сделал супер крутой, который может там тебе дофигища всего предлагать в автокомплишене, и он назывался ReSharper. Угу. И он отжирал просто мега много ресурсов. То есть как только ты себе ставишь ReSharper на свою Visual Studio, у тебя комп... Он стоил того, все им пользовались, но у тебя, блин, половина ресурсов отжиралась этим ReSharper всегда. Постоянно. Потом они как-то его оптимизировали, они его встроили в свои IDE-шки, они, короче, сейчас он работает нормально. И вот у меня флешбеки, потому что мне кажется, что с какой-нибудь новой версии своего любимого райдера, это IDE-шка для .NET от JetBrains, у меня опять полсистемы будет загружаться, потому что где-то под капотом будет крутиться LLM-ка. Угу. Кстати, да, слушай, точно. Но надеюсь, наконец, супероптимизированная. Ну, они пишут, что она оптимизирована. Они пишут, что вот в первом обновлении она будет оптимизирована под Java, Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript и там CSS, PHP, Go, Ruby. Соответственно, во всех этих IDE-шках она появится, эта функция, в первую очередь. И чуть позже они сказали, заанонсят ее для C-Sharp, Rust и C++. Странно, что они C-Sharp сразу не заанонсили, самый популярный язык. Короче, я боюсь. Ну, не боюсь, у меня и так уже крутятся LLM-ки на компе. Угу. У меня крутится LLM-ки. Я хочу возможность от JetBrains, уважаемый JetBrains, если вы нас слушаете, я понимаю, что у вас очень крутая LLM-ка под капотом будет стоять, которая оптимизирована для всех этих задач. Ну, дайте, пожалуйста, нам возможность подключать свои LLM-ки. Если у меня уже крутится какая-то LLM-ка для кодирования, можете дать, пожалуйста, какую-нибудь настроечку в IDE-шке, чтобы я туда прописал просто эндпоинтик, и вместо вашей LLM-ки использовалась моя, чтобы у меня система, блин, два раза не загружалась. Да, ты боишься, что скоро придется, как раньше процессы на винде убивали, да, убивать LLM-ки? Я уже не знаю, я думаю, что мы скоро будем просто эти external processing юниты покупать для того, чтобы LLM-ки там крутились. Наконец-то, зато наконец-то, Леша, наконец-то мы можем загружать свои компы хоть чем-то, потому что, ну, кроме веб-страниц на JavaScript вместе с Chrome'ом,
хоть что-то еще будет отъедать ресурсы моего мега-компа, который суперпроизводительный, и я его толком не использую, получается. Не знаю. Помнишь, были времена, когда, по-моему, у макбуков существовали экстернальные внешние видеокарты, прям которые по USB подключались? Было дело, да, было дело, по FireWire. Вообще же, как они... Короче, стремимся туда, хотя современным макбукам не нужно ничего экстернальное. Да, там и так все хорошо. Ладно, кстати, о современном. В будущем, по данным Microsoft, ой, господи, по данным Intel, Intel подтверждает, что в будущем Microsoft Copilot сможет запускаться на компах локально. Казалось бы... Вот видишь? Как? Казалось бы, как? Ты еще так сказал «в будущем», а там написано «will soon». Да. То есть есть же разница «will soon» и «in future». «In future» — это там где-нибудь миллион лет. Угу. А «will soon» — это завтра, послезавтра. Это скоро. Это скоро. Ну, да, в общем, скоро. Непонятно, когда точно скоро, но, тем не менее, Intel анонсирует, что модельки будут запускаться не на GPU, а на NPU, Neural Processor Units, и что для того, чтобы запустить тот же Copilot, нужен NPU на 40 TOPS терраоперации в секунду. И вот в будущем, по сведениям Intel, нас ждут не GPU-шки, а NPU-шки, собственно говоря. Слушай, ну, новость прям прикольная. Мы видим, что в этом году развивается тренд локальных LLM-ок, локальных запусков нейросетей. Угу. Мы, по-моему, даже про этот тренд и говорили, когда предикции строили на будущий год. И логично было бы ожидать от Microsoft такой шаг. Посмотрим, как скоро это будет. Мне интересно, а есть ли в текущих процессорах Intel NPU-шки отдельные кристаллы? Я вот не знаю. Наверняка. Ну, просто в мобильных процессорах это уже повсеместная практика. Ну да. В этом Vision Pro там вообще процессор для нейронок, он по размерам такой же, как и обычный M2 R1, который... Посмотрим. Ну, блин, 40 терафлопс. Это как... Ну, наверняка там флопсы, не флопсы, а опсы, они по-другому считаются, не так, как GPU, CPU. Ну, просто там, мы живем сейчас в веке гигагерцовых процессоров. Угу. Мне интересно, насколько мачатся тераопсы на терагерцы? Вообще, мачатся. Ой, вот ли? Это я тебе не подскажу. Я не знаю, как это переводить, но... Ты предполагаешь, что скоро мы опять начнем мериться количеством, у кого сколько гигагерц? Только мы будем уже не процессорами мериться, не центральными процессорами, а NPU-шками. Да. У кого какая NPU-шка? Типа уже, знаешь, всем будет фиолетово, какой там процессор, это будет просто, как знаешь, вставить дополнительной памяти, потому что просто как там... сейчас Северный мост, типа, да, в материнской плате. А есть еще северные мосты, кстати, или уже в новой архитектуре нету? Не, ну, есть старые, там, которые после войны не успели разрушить, у нас много. Видите, не закапывай меня. Показываю свою некомпетентность в железном мире. Короче, я думаю так, что скоро вот будет продаваться материнская плата, и там будет два гнезда. Одно будет под CPU, другое под NPU, получается. Кому? Давно ты материнские платы покупал? Мне кажется, уже материнские платы никто не покупает, кроме чуваков, которые дата-центры строят. Ну, а как же люди, которые сами закидайте, компы геймерские... Да, закидайте меня какашками те, кто до сих пор собирают башенки для геймерских услад. Я как-то с макбуками, которые там имеют просто дофигическое количество всего под капотом, уже забыл, зачем мне, в принципе, надо было бы собирать комп отдельный. Ты, кстати, знаешь, что последняя версия Mac OS, она там с небольшим бубном, правда, но под капотом в себе содержит Wine, который может запускать большинство игр виндовых. Да. О, господи, Вайн. Угу. Это что-то из Unix мира. Да, Вайн из Node Emulator. Я помню, на Вайне Diablo пытался на Ubuntu 10.11 запускать. 10.12. Нет, сейчас всякие киберпанки и прочая история просто вот через эту байду открываешь, и оно работает. Да. Ну, посмотрим. Короче, ждем компы... процессоры от Intel и компы от Microsoft, где LLM-ки будут крутиться на борту. Мне это мозг на самом деле взрывает. Блин, как быстро все меняется. То есть LLM-ки сейчас, софтверное решение сейчас влияет на хардвер. Обычно было наоборот. Есть хардвер, под него пишется софтвер. Сейчас под софтвер мы делаем хардвер.
То есть это еще один повод не усомниться в том, что нейросети и LLM-ки с нами надолго, потому что крупные компании ставят такие большие ставки, что они даже архитектуру свою меняют. Да. Но это как с играми. Это как с играми. Есть же это вот не легенда, а гипотеза, что именно геймеры разогнали, по-моему, с тобой уже разгоняли эту тему, что именно геймеры разогнали, сделали возможным мир нейронок, потому что... Потому что видеокарты, да, было выгодно да, производить. Для них стало делать видеокарты. Геймеров. Да. Все так. Так и тут есть. Примерно то же самое. А порнуха нам интернет раскачала в свое время. Да и сейчас, в принципе, я думаю, качает нехило. Да, но уже не так. Кстати, ты не смотрел один из последних выпусков «Мы обречены»? Они там... А, нет. Они там взяли интервью еще у чувака, который делает комиксы с помощью AI. Доктор, короче, парень... Доктор, да. Парень, да, короче, работал три года... программист, да? Может, да. У нас доктор, здорово. Короче, он три года проработал программистом в Канаде. Он в Канаде отучился, а потом его уволили, сократили. И чувак с помощью, насколько я понял, кастомизированного Stable Diffusion, который он натренировал на анимешке, начал пилить комиксы анимешные для взрослых. И угу. выкладывать на Патреоне еще на одной платформе. И за 5 месяцев раскачался до $4000 донатов. Mm-hmm. Я когда послушал, ребят, спасибо вам за это. Пошел рисовать комиксы. Я подумал, что мы не тем занимаемся, Витя. 5 месяцев комиксы для взрослых и все. Можно не работать. Ну, понятно, 4000 канадских долларов. Да, но вам на заметку, нашим слушателям, mm-hmm. забавный и необычный кейс использования искусственного интеллекта в жизни, в том числе для заработка. Причем парниша прям молодец. Он истории сам пишет, а комиксы вот ему генерит Stable Diffusion. Но тренировать Stable Diffusion на картинках — это на сегодняшний день задача совсем простая. Было бы железо. Или там частное изучение теории. Ну, да. Это мы скатились во взрослую тематику. Давай тогда перейдем к следующей рубрике под названием «Наука и техника». Как тебе Давай. Такое? Отлично. Что да. мы забыли в прошлом выпуске обсудить? В прошлом выпуске мы забыли рассказать про очередной эксперимент Илона Маска под названием Neuralink. Хватит про Илона Маска. Neuralink без него спокойно живет. Ну, мы обещали относиться к нему реалистично. Если что-то хорошее есть, то будем говорить хорошее. Если есть что-то плохое, то будем говорить как обычно. И вот раз таки было что-то хорошее, показали видеодемонстрацию первого добровольца, первого пациента с нейролинком. Человек парализован практически полностью. Ему уже ввели нейролинк для того, чтобы он мог управлять курсором компьютера силой мысли. И у него это, во-первых, отлично получилось. Во-вторых, цитирую, чувак 8 часов проиграл в цивилизацию 6 после того, как смог управлять курсором. Я бы, наверное, на его месте сделал бы абсолютно так же. Ну, новость крутая, с одной стороны. С другой стороны, все, что нам показали, это 8-минутная трансляция в Твиттере, как какой-то парень из команды Нейролинка, собственно, снимая на телефон, на парфозный, блин, телефон себя и этого парня, показывает, как он играет в шахматы. Там на этом видео нет вообще никаких доказательств, что это он играет в шахматы. Там не показан шум в голове. То есть они, вот, чувак просто сидит на телефон, стримит себя и показывает еще вот этого парализованного парня. Ты ставишь под сомнение работоспособность Neuralink? Я верю в компанию Neuralink. Я верю, что они действительно пытаются делать классные вещи. Но когда, извините, у вас... когда вы рассказываете про настолько офигительный прорыв, что человек с помощью нейролинка смог там управлять прям нормально курсором в шахматы играть, даже в цивилизацию поиграть. Понятно, что там не надо активное двигание мышкой, но в целом, когда ты сообщаешь о таком крутом прорыве, ты не ожидаешь, что об этом прорыве будут сообщать в виде галимого телефонного стрима в Твиттере. Вот у меня к этому претензия. А, ты хотел, чтобы они крутой анонс какой-нибудь запилили? Я думаю, что когда ученые делают какое-то крутое открытие, то им обычно не влом про него красиво рассказать, чтобы это разлетелось чуть пошире, чем просто вот какая-то запись на телефон. Возможно, это влияние Маска, который сказал, типа, ребят, да запишите как есть, я распиарю, это ж моя соцсеть, все об этом узнают. В принципе, все об этом узнали. Но в целом видео показали ровно ноль.
Просто ноль. Показали чувака парализованного, Ноланда Арба, показали, что он действительно рассказывает вдохновительно про то, что ему удалось там вот в игру поиграть, и в шахматы поиграть. И все. Просто вот чувак, который стримит, чувак, который парализован, и иногда они переключаются на монитор с шахматами. То есть не показан сам... Ну, блин, он мог банально, этот парень, который стримил, просто отойти подальше и показать, как вот этот Ноланд сидит и силой мысли этим курсором двигает. Но даже этого не показали. Мне кажется, что они еще готовят. Мне кажется, что они сделали инфоповод... Я делаю ставку на то, что они fake it until you make it. Что там на самом деле все сильно хуже, чем рассказывали, именно поэтому они это сделали в виде стрима. Типа, знаешь, ну мы такую фигню запилили, вот вам стримчик, смотрите, вот вам доказательство. Доказательств нет. Блин, кроме я вот слов, это вообще этого не парня. Так воспринял, честно тебе скажу. Ну, где, блин, показания этого шунта? Ну, типа, покажите этот шунт, что он... Может быть, он там выглядит очень ужасно. Окей, может, поэтому его не показывали. Ну, хотя бы намек какой-то. Хотя бы показать, как этот парень с силой мысли двигает этим курсором. Они, ну, просто сбоку показать, как так это происходит. Тебе не кажется, что это просто была частная инициатива чувака из команды исследователей это все расшарить, а основной репорт они просто еще готовят? Точно нет, конечно. Ему бы не разрешили такую новость просто по собственной инициативе выкладывать в паблик. Конечно, нет. Это подготовленная пиар-стратегия какая-то. Ну, камон, если бы им так можно было делать, они бы там, я думаю, в Инстаграмы вели на миллионы подписчиков, где просто бы постили видосики о том, как у них классно это все получается. Но это выглядело очень по-профански. Для такого уровня открытия. Ну, не открытия, а для такого уровня достижения. У меня претензия. Типа, какого фига? Вы, может быть, они хотели показать, что смотрите, как это просто. Настолько просто, что мы это просто в стриме показываем. То есть для нас это как два пальца об асфальт. Но если так, то покажите пейпер, как это работает. То есть ты думаешь, дайте что это реально выверенная стратегия, что они такие запустят стрим обязательно? Ну, дайте что-то вещественное, чтобы можно было это как-то исследовать, может, к себе применить, может быть, ну для чего этот видос был? Вот для чего он был? Чтобы что? Типа early preview. Там. Early preview — это когда тебе показывают, как это работает. Там не показали, как это работает. Там показали, как шахматы двигаются на мониторе, и показали счастливого Нолана Арба. Угу. Не знаю, Леша, мне кажется, что твоя ангажированность персоной Маска, она перекладывается на компанию Neuralink сейчас. Это ж крутая новость. Я еще раз говорю, у меня претензии лишь к тому, что нет никаких доказательств на том видео, что это действительно работает, кроме слов ребят, которые в этом видео есть. И то из этих ребят я знаю никого, чтобы кому-то из них доверять. Я не знаю ни того парня, который это показывал, он там особо про себя не рассказывает. Я не знаю Нолана Арба, про него до этого особо тоже не рассказывали. Нам не рассказали, как проходила операция. То есть странно еще в этом видео было то, что этот, что парень этот вообще не рассказал. Ну, он там... Окей, он сказал, что операция прошла под наркозом настолько быстро, что он настолько безболезненно, что он там даже особо ничего не ощутил. Типа проснулся и все. Но хотелось бы больше деталей, когда у вас настолько большое открытие, настолько большая работа проведена. Можно больше деталей дать. Это выглядит как стёб масковский. Вот, для меня это выглядело... Может, просто я придят к Маску, для меня это выглядело как стёб масковский. На камеру, блядь. Мы вам затравочку кинули. На обычный телефон. Ну, можно было это сделать качественнее. Ну, камон. Ну, что это такое? Ну, это разве... Ну, хотя, да, странно, учитывая то, как они снимают свои запуски SpaceX-овских ракет. Да, например. С кучей ракурсов в офигеннейшем качестве. Не, может быть, у них просто денег нету, они все пустили на исследование, знаешь, поэтому у них только на телефон. Осталось только на телефон, да. Ну, и это так сделал. Это стрим в Твиттере. Явно это было направлено на то, чтобы еще больше популяризировать Твиттер, потому что можно было это выложить на YouTube, чтобы все могли посмотреть. В Твиттере это могут посмотреть только те, кто там зарегистрирован. Напоминаю, что Твиттер теперь не публичный, надо регистрироваться, чтобы видео посмотреть. Так ты же в курсе, что Маск и запуски SpaceX-ов трансляции, он принес их в Твиттер? А, да, ну, окей. То есть на Ютубе их больше нету. Они ну вот в чате Валера правильно пишет, это прогрев. Да, это прогрев, и... Не знаю, у меня ощущение, будто бы мне в лицо плюнули опять. Вот такое ощущение. Даже так. Просто показали совершенно обыкновенный стрим без деталей. Самая большая деталь была там в том, что парень рассказал, как быстро прошла операция безболезненно. Больше там деталей не было.
Но СМИ разобрали это просто так, будто бы там научная работа опубликована, миллион страниц, мы уже все на Марс летим. Угу. Вот так это СМИ разобрали. Хотя по факту там просто 8-минутный видос радостного парня, который там, спустя несколько лет, будучи парализованным, научился играть в шахматы. Это классно, это круто, но не более того. Это просто отзыв на технологию от обычного человека. Там ничего это научного. Правда, да. Это правда. С научной точки зрения видео никакой ценности не так несет. Так что... Ладно, давай на секунду отвлечемся. А вот представь, что ты был парализован долгие годы. А потом у тебя появилась возможность компом управлять. Что бы ты сделал? Вот чтоб, куда бы ты первым делом полез? Ну, куда? Ну, ты же все еще парализован, Леша. А, блин. Блин. Не знаю, куда. Ну, это сложно представить. Ну, тут надо же сказать еще, что парня все парализовано там ниже шеи, по-моему. То есть у него, у него был манипулятор, которым он и ртом управлял. А надо сказать, в Твиче хватает стримов, где парализованные ребята с помощью этого манипулятора в Fortnite так-то играют. То есть он достаточно функциональный. Прям с обычными людьми и выигрывают даже. Да, поэтому нельзя сказать, что этот парень совсем был без... ну, он нормально компом мог управлять, относительно нормально. И да, меня удивило то, что он... Ну, опять, он даже не сказал про опыт использования. Он не сказал, это удобнее манипулятор или неудобнее. Он просто говорил, что это классно. То есть, мне кажется, если бы обычного человека туда посадили, не парализован, он примерно бы так это описывал. Что, вау, как классно, я курсором могу управлять. Он в шахматы до этого мог играть. Тут нет новости в том, что он не мог играть в шахматы миллион лет, а тут смог. Он мог это делать, и я уверен, что мог делать более эффективно. Вот, поэтому странная эта новость. Короче, не знаю. А ты бы что сделал в первую очередь? Я бы, наверное, какую-нибудь реальную игрушку бы запустил. Не знаю только, какую, правда, но в героев третьих бы заигрался. В Skyrim. Вот в Skyrim силой мысли пулять, короче, эти магии. Это прям прикольно, наверное. Не знаю. Ну... Не знаю. Тебе по факту дали контроллер, который может делать медленнее, скорее всего, медленнее то, что ты мог делать физическим контроллером. Угу. Думаешь, медленнее? Ну, там не сказано быстрее или медленнее, там никакого сравнения нету. Вообще интересно, как это работает вот с точки зрения user experience. Потому что, например, когда протез бионический, да, ты вот буквально напрягаешь определенные мышцы на руке, на остатки руки, да, и манипулятор начинает работать, ну, вот как автомат-хватайка, грубо говоря. То есть там же нет ни обратной связи, ничего. А как управлять курсором? Тебе нужно представлять в голове, что ты мышку двигаешь, или как? Как думаешь, как это работает? Ну, скорее всего, видишь, там настолько информативное было видео, что даже никто этого не понял. Ну да, да. Ну, скорее всего, визуализировать, да. Скорее всего, типа, что вот курсор должен быть там или еще что-то. Но мы пока не знаем. Мы не знаем. Спасибо, Маск, ты нам дал ничего в этом видео. Ты просто кинул очередной инфоповод, который растащили. Кстати, что бы можно было сделать с таким манипулятором? Наверное, было бы прикольно сделать то, что ты не мог бы сделать с ротовым манипулятором. Например, я бы попивал колу и играл в шахматы. А, например... Или можно пойти и на Ютубе в комментариях гадости писать первым делом. Либо так. Либо голосовым вводом пользовался. Вот, кстати, прикольный кейс. Можно пользоваться голосовым вводом и одновременно взаимодействовать с интерфейсом. То есть что-то делать параллельно с голосом, параллельно с функциями рта твоего. Потому что до этого у тебя рот был занят манипулятором. Играть, знаю, комментировать. Fortnite и материться. Например, вот, ну, Fortnite сложновато. Играть в шахматы и комментировать игру в шахматы, например, в онлайне. Вот можно было бы. Раньше бы ты так не смог сделать, потому что у тебя манипулятор во рту. Кстати, да, по поводу новостей, связанных с мозгом, тут еще вышел новый подкаст, новый сезон подкаста «Голый землекоп». Если вы вдруг не слышали, не знаете про такое. Ведь ты знаешь про «Голого землекопа»? Да, я знаю. Да, это Илья Колмановский. Угу. Очень популярный популяризатор науки.
который уже давно, ну, недавно, который нашинский, который живет в Европе сейчас, и у него новый сезон, он долго не выпускал сезон в связи с полномасштабным вторжением, потому что там был большой протест ученых, он в нем участвовал. И вот, наконец-то, он разжился новым сезоном, и новый сезон начинается с очень крутого выпуска, связанного с Иришкой. Два выпуска у него вышло. Второй, кстати, с Робертом Сапольским, связанный с первым. Он поучаствовал, Илья Колмановский, поучаствовал в эксперименте Массачусетского технологического института, университета, в котором его активность мозга изучали в МРТ. И, грубо говоря, он лежал в МРТ, ему подавали на вход разнообразные фразы. Он слушал эти фразы, а МРТ показывал, какие части мозга на эти фразы откликаются сильнее. Таким образом, искали его речевой центр в мозгу и смотрели, на какие фразы речевой центр отзывается лучше и хуже. И казалось... Ну, я сейчас попытаюсь это очень быстро так рассказать. У него там полчаса это рассказывается, штука. Фишка в том, что эти фразы генерировал чат GPT. Причем он там говорит в выпуске чат GPT второй версии. Я не знаю, что это за чат GPT такой. Но в целом они... да, они использовали GPT для того, чтобы сгенерировать фразы, которые будут вызывать наибольший отклик речевых центров у конкретного человека. То есть как-то, да, обучали на датасетах, и в итоге чат GPT смог генерировать фразы, которые либо в разы усиливают реакцию речевых центров, либо в разы уменьшают реакцию. То есть у тебя получаются такие фразы, которые очень сильно подсвечивают на МРТ конкретные участки. В чем прикол? Прикол в том, что благодаря таким фразам, которые еще персонализированы под человека, можно в будущем будет делать интерфейсы, которые действительно будут понимать, что человек думает в словах. То есть сейчас такие интерфейсы существуют, они очень неточные, ты думаешь про мышь, а тебе выдает какую-нибудь флюоресценцию, потому что то сложно. То есть читать мысли буквально можно. То есть буквально, да, с помощью чата GPT. Тут чат GPT тебе делает выборку персонализированную, и, например, вы закидываете одну фразу, смотрите в МРТ-отклик, и вы уже знаете, что вот на такие-то слова такие-то центры условно возгораются сильнее. Можно сильно более точно воспроизводить речь из мыслей, и наоборот, можно сильно более точно, ну, там как бы тонкая грань, можно как бы стимулировать мозг думать в нужном направлении. Вот это вот такая вот ученая разработка, которая стала доступной исключительно благодаря чату GPT. Почему исключительно благодаря чату GPT? Потому что создание этих фраз, оно... основывается на куче-куче сэмплов, которые загружаются. И один ученый в одно лицо, скажем так, он никогда бы на такой большой выборке данных не смог примерно предсказать, какие из этих фраз будут работать лучше или хуже. Чат GPT с этим справился. Вот такой интересный стык науки и технологии. Совершенно неожиданный. И там еще по некоторым параметрам оказывается, что мозг работает в чем-то похоже на то, как работают нейросети языковые. Наоборот. В общем, послушайте выпуск последний, предпоследний, «Голова землекопа». Прям интересно послушать. Блин, круто-то, люблю такое. Вот. Я не слушал, но послушаю. Что еще у нас по науке и технике? Можешь следующую тоже ты рассказать про вот этот вот One Light? О, конечно. Я пытался заказать, но у меня не получилось. Да, потому что это явно твоя тема. Ну, тут есть, короче, такая компания, open source проекты, компания одноименная Open Interpreter. Да, давай на русском. Открытый интерпретатор. На английском Open Interpreter. Это ребята, которые делали агентную систему. Короче, когда, помнишь, может, только-только в чате GPT появился интерпретатор Python-кода. В это же время ребята запилили open-source продукт, который тоже может... грубо говоря, с помощью LLM код писать. На основе агентов, лонгчейнов, все, что мы уже слышали до этого, там, GPT-инженер, вот очень похожая штука. Но ребята развили эту, свой open source настолько, что сейчас он выродился практически в под операционную систему. То есть, запуская open interpretator как проект у себя на компе, вы через него можете не только код писать, то есть не только дописывать, не только писать готовый код по запросам к чату, но еще и манипулировать своей операционной системой. Там, открывать окна, работать с приложениями. Что-то типа MateOS, но вот только
в другую сторону. Такая небольшая операционная система, надоперационная система, которая позволяет взаимодействовать с вашей операционкой. Это все в опенсорсе. И ребята захайпили тем, что они на прошлой неделе выпустили, на позапрошлой неделе выпустили хардвер-устройство, называется оно O1 Lite. Угу. Это небольшое такое кругленькая штучка, похожая на AirTag, только потолще, которая по факту является микрофоном, в который вы можете говорить, нажимая кнопку, и ваша голосовая команда отправляется на ваш локальный компьютер, на котором развернут Open Interpreter OS, и он уже у себя на стороне разбирает, что вы там сказали и что вы хотели сделать. И получается, через этот O1 Lite вы по факту можете управлять своим компьютером голосом. То есть это, по сути, микрофон с кнопкой? По сути, да. Стоит он $100, заказать его можно только в Америке. Ну, наверняка там, кроме кнопки и микрофона, есть еще что-то. И это можно посмотреть. В смысле, можно самому посмотреть, что там есть, потому что это, наверное, один из первых действительно open-source-ных AI-хардвер проектов. Потому что ребята делают эти устройства только для Америки. Я им написал вопрос, говорю, как в Польшу заказать. Mm-hmm. Я, конечно же, захотел заказать в ряду первых. На что они мне сказали, чувак, так вон у нас там на гитхабе лежат макетные платы, лежат все 3D-модели, ты можешь настроить производство, короче, у себя в стране. Полный open source. Да. Полный open source. Mm. И они рассчитывают на то, что в разных странах ребята в хакерспейсах всяческих начнут их делать сами и будут просто вот так дистрибутировать. Прикольная штука, очень красивая, как по мне, очень красивая, необычная рекламный ролик у этой штуки есть, можете зайти на сайт посмотреть. Очень необычный там мужчина рекламирует этот девайс, мне понравился, вам может не очень понравиться, ну, короче, посмотрите. Жду, когда можно будет в Польшу заказать. Я не то чтобы там большой радиолюбитель, чтобы это самому паять, но прям интересно. Голосовое управление компом. Прикольно, прикольно. Кстати, а ты знаешь, может быть, как называется хардверный open source? Когда вот все вот эти вот платы макетные выкладывают, ну, схемы плат и прочее. Я потому что не знаю. Я вот сейчас задумался, что должен быть какой-то термин. Для этого. Да, наверное, так и называется hardware open source. Ну, hardware open source и все? Ну да. Я думал, может, там есть какое-то прикольное. Hope in source. Hope in source. Hope in source. Hope and source. Надежда, да. И ресурсы. Угу. Ладно, давай перейдем опять к Apple. Аж дважды Apple у нас и в больших рыбах, и в что еще. И, слышал ли ты что-нибудь про проект Титан, Леша? Это не аниме, если что. Атака Титанов, кстати, отличная анимешка. Да. А этот манга еще лучше. Ну, как бы я же сценарий писал, я-то слышал, но что... Давай расскажи, что это за проект такой, что ты про него думаешь. Хорошо. Потому что меня пугает. Когда-то Apple решил, что сделает свой автомобиль. Это не слухи и не шутка. Apple действительно работали над проектом машины, электрической машины, электрички с электродвигателем. Извини, можно? Просто они могли этот проект назвать «Машин.нет». «Машин.нет» у них в итоге получилось, потому что проект «Титан» закрыт. Вот и домен освободился, да, для машины это. Короче, Apple пытался сделать свой электрокар для конкуренции Теслы. Даже когда-то ходили слухи, что Apple купит Теслу. У них там даже переговоры в свое время велись, когда Тесла была еще дешевенькой компанией и переживала плохие времена. Вот, потом они решили делать свой электромобиль, и недавно проект был закрыт. То есть они признали, что машину они таки не сделают, да и понятно, за Теслой угнаться тяжело, она быстро разгоняется до сотни, да и китайцы тоже не дремлют, как бы он взять хотя бы последний электромобиль от Xiaomi, который там вышел. Да в Китае там уже полстраны на электромобилях ездят. Ну да, 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 там очень много разработок, и не только в Китае, на самом деле много где еще китайские электромобили сейчас продаются. Вот. Но святое место пусто не бывает, как говорится. Поэтому Apple, судя по всему, решили переключиться на робототехнику после закрытия проекта Титан. Слухи пока что косвенные, но, тем не менее, Apple набирает людей,
Ну, то есть, по сути, по вакансиям Apple набирает инженеров, которые имеют опыт в робототехнике. Видимо, для того, чтобы создавать каких-то мобильных роботов, судя по всему. Смотри, я бы это точно не связывал с Титаном, Project Titan. Мы, по-моему, уже в каком-то из выпусков последних говорили, что команду, которая работала над электромобилями, распустили, в смысле, раскидали по разным другим отделам, в основном, которые занимаются AI-ем. Угу. Поэтому команду там куда-то пристроили. Ну и более того, они нанимают действительно сейчас новых инженеров, чтобы работать с робототехникой. В статье есть намек, как слух, на то, будто бы Apple хочет связать воедино свою экосистему потребительских товаров и глубже внедриться в жизнь пользователей. И вообще эту тему можно было бы сегодня в этику вынести, потому куда что... уж глубже. Типа, нафига Apple делать домашних роботов? Чтобы что? Они и так уже слушают тебя, они и так уже знают всю твою историю поиска. Да, что... если надо к камерам доступ. У них есть доступ к камере, которая всегда с тобой, это твой телефон. К микрофону. Зачем им устройство, которое еще будет ездить за тобой, либо сканировать твой дом, например? Я не знаю. То есть есть же вот эти слухи, ходили слухи когда-то, и даже есть отдельная серия на «Черном зеркале» про это, что роботы-пылесосы выгодны на самом деле не тем, что их продают и они покупаются, а тем, что условно там Xiaomi получают прям по сантиметровую разметку домов европейцев и американцев. Кстати, да, там у них лидары у всех. Ну, как бы явно эту информацию можно использовать как-то по-прикольному, не только вот, чтобы этот пылесос ваш дом мел. Например, делать статистику о богатости либо бедности района, в зависимости от того, насколько большой дом. Насколько большой дом, насколько он обустроен. Ну, понятно, что роботы-пылесосы там мало у кого достаток маленький будут, но делать какую-нибудь выборку по супербогатым-богатым районам слегка можно. А потом там уже глядишь и недалеко до того, что вот тут человек побогаче живет, ему можно такую-то рекламу впихнуть или вот такую-то повесточку впихнуть. Не, ну, данные о том, где живет богатый, где не очень человек, и так есть в открытых источниках, потому что как минимум в Америке можно посмотреть стоимость домов. Ну, все равно это как бы... Понимаешь, тут с голосовыми данными уже столько... Да просто с твоими открытыми данными столько всего делают. Там вон выборы Трампа были сделаны по открытым данным, за что Цукерберга вызывали не один раз. Ну да, окей, предположительно. Дело. А тут они еще знают весь environment, в котором ты живешь. И вот Apple хочет тоже туда. У меня вопросики. Я не буду покупать роботов Apple. Мне не хочется, чтобы Apple еще знал, в каком месте конкретно я сплю и, короче... И как выглядит мое рабочее место. Могу они и так знают про меня много. Робота на всякий случай. Ну, я тебе честно скажу, я этот слух не понял. Я тоже не понимаю, зачем Apple делать домашних роботов. Кроме того, что, возможно, это какой-то один из пивотов какого-нибудь департамента. Ну, не знаю, есть же у них там приколы. Вот приставку Apple TV, например, они делали как сэндбокс-проект. Потом она выстрелила, ее начали продавать. Может быть, здесь тоже кто-то пытается чуть-чуть поисследовать. Но я не понимаю, зачем Apple домашние роботы. Я скорее к этому слуху бы относился как к слуху. Чтобы бить себя током, когда ты не платишь подписку на Spotify, на Apple Music. Не знаю, Леш, они могут и телефон этому научить, по идее. Ну... Может быть, действительно ставка на то, что домашние роботы, вот к нам в чате пишут, это будущее, но меня это будущее пугает. Не знаю. Хотя после того, как Apple сделал здоровенную ставку на Vision Pro, меня уже, наверное, ничего не удивляет. Они действительно куда-то совсем далеко в будущее смотрят. Но... И в дополненное реальное будущее. Это же одна экосистема. Не знаю. Короче, странный слух, странная... Может быть, они еще, знаешь, типа, одно из логичных обоснований. У них за время существования Project Titan появилось очень много сайт-исследований. Я не знаю, например, там батарейку какую-то новую сделали или придумали какой-то прикольный манипулятор, который в телефоне нафиг не нужен, нигде не нужен, а технология есть. Чтобы ее куда-то применить, вот они новое подразделение открыли. Возможно, так. В это я еще могу поверить. Вот.
Ну, ведь посмотрим. Ты-то в любом случае купишь эту штуку. Не, я по-любому, как бы, да. Будем следить за твоим здоровьем. Да, с помощью твоей доступности в подкасте. Да. Ой. Ладно, давай, пожалуй, перейдем к нашей и моей любимой рубрике «Закон и порядок». Да, у нас сегодня, на самом деле, выпуск такой достаточно быстрый получится. Угу. А, «Закон и порядок». Потому что в рубрике «Закон и порядок» у нас сегодня нет ничего. Ну, кстати, да, новостей особых не было. Да. Там про AI Act мы в прошлом выпуске рассказали, а тут вроде ничего особо не менялось. Так что в законе и порядке закон, получается, и порядок. А вот в сервисах и ссылках есть много чего нового. Наверное, давайте я вам быстренько расскажу, без разглагольствований лишних. Расскажи про программирование, я расскажу про VoiceCraft тогда. Давай. Значит, по программированию успели мы набрести на несколько сервисов. Наверное, начну с самого последнего, который скинули буквально во время записи в чате. Я про него рассказывать не буду много. Это модель, это не сервис. Вышла модель Command R+. Она скоро у нас в каталоге тоже появится. Что значит там за новость? Моделька большая, на 128 тысяч токенов в контексте, на более чем 100 миллиардов параметров. И моделька позволяет использовать технологию Retrieval Augmented Generation, то есть брать информацию из сторонних источников, подмешивать ее в результаты своих ответов. И, судя по бенчмаркам, говоря, что она очень неплохо себя показывает. Ну, Common Term мы уже видели эту модельку раньше, она уже есть в бенчмарках, ее уже можно тестировать. Она, по-моему, недавно вошла еще в десятку топовых моделей на арене. Это достаточно популярный бенчмарк. Мы про него уже рассказывали. Там в топе сейчас заслуженно стоит Opus, Claude 3 Opus, и вот R3, она тоже в топ-десяточку входит. Поэтому, не R3, а Command R. Поэтому Command R+, посмотрим, как себя проявит. Может быть, будет очень неплохо. Плюс говоря, что веса уже доступны в open source, и даже есть квантизированные веса. Спасибо, Валера, за новость. Ждем, когда Валера в нашем чате ее потестирует, поскольку раз она квантизованная, то, может быть, она запустится на ноуте Валеры, может, даже на наших ноутах запустится. Вообще, приближаемся к тому моменту, когда модели, перегоняющие GPT-3.5, запускаются локально. Возможно, Command R+ станет одной из таких моделей. Да, одно из наших предсказаний, кстати. Да. Дальше. Есть несколько прикольных сервисов, которые я прям очень хочу потыкать уже вот завтра. Возможно, даже какой-нибудь видос запилю на наших каналах про это. Во-первых, мы в прошлом выпуске рассказывали вам про Devine. Да, было дело. Тот самый захайпивший интерфейс. Обычный интерфейс для агентов и для лончейна. Но сделаны качественно. Так вот, так как хайп здоровенный, наши друзья из Индии не поленились быстренько этот хайп использовать в своих целях, выложили open source. Open source на аналог Debian. Debian еще не вышел, закрытый, а у нас уже есть. Аналоги уже есть. Да, и этот аналог, он прям отличный. Он, ссылочка будет в описании, называется он Devika. Вот, ну, замечательное славянское название, да, практически. Ну, по сути. Девика, непонятно, где Вика. Короче, он выглядит абсолютно так же, как Debian, по крайней мере, по скринам. Он делает то же самое, он пишет вам код по вашей цели, он показывает свои степы, он показывает вам в IDE-шке, какие он там прогоняет команды. То есть, ну, по факту, он работает так же, как нам показали, как работает Debian на видосе. На промо-видосе. Будет очень забавно, когда Debian выйдет, окажется, что он работает хуже Devika. Я прям не удивлюсь. Возможно, Debian уже не выйдет. Там уже будет столько open-source-ных аналогов. Да, да, да. Возможно, ему и выходить не надо будет. Что, может, и не надо. Это, кстати... Слушай, ведь это прикол. Ты берешь, делаешь какой-нибудь громкий анонс, какой-нибудь крутой тулы. Главное, чтобы он был погромче и с как можно более байтными заголовками. Так. При этом самой тулы у тебя нету. Тем самым ты направляешь мир open source делать аналоги этой тулы. А потом ты выкатываешь... Говоришь, потом ты ничего не выкатываешь, просто пользуешься этими open source аналогами.
Ну, либо берешь open-source аналог, делаешь его closed-source, чтобы никто не увидел, что у тебя под капотом твой продукт. Да. Неплохо. Да, замечательная штука. Ну, с другой стороны, это ж страшный сон стартаперов. Это ж вот то, о чем стартаперы постоянно парятся. Типа, рассказать нам про свой стартап пораньше, чтобы получить денежек, но пока что мы ничего не покажем, потому что у нас ранняя бета. Либо подождать, доделать, чтобы показать продукт, чтобы нас не скопировали, но, возможно, мы опоздаем и появится что-то такое. Вот прикинь, если они реально работали очень долго, сделали этот анонс, и тут через три недели выходит Дивика, и они такие смотрят, такие, блин, нафига мы вообще рассказывали что-то. Короче, перемудрили с анонсом, просто слишком громко было. Да, но в целом Дивику можно пробовать. Дивика написана на питоне, джаваскрипте, требует буквально там пару установленных библиотек. Даже вам сейчас точно скажу, каких. Что там у нас нужно было? Ну, работает это через Оламу, то есть там не надо какую-то их LLM-ку раскатывать. Через Оламу можете подключить локальную LLM-ку, либо можете прям скормить ключики на API-шке Gemini, на API-шке Claude и на API-шку OpenAI и работать. Вот. Еще нужно будет поставить бан. Такая есть программулина. Я хочу это прям потестить. Вот мне скоро новый ноут должен прийти, я на нем буду тестить Дивику. Посмотрим, как оно работает. Это вот такой сервис. Кроме того, вышел интересный сервис от, знаете кого, от Принстонского университета. Называется, не сервис, а софтвер, open-source продукт. Называется он SVA Agent Project. Project from Princeton University. Проект от Принстонского университета, который позволяет писать код. Писать код, в принципе, как Дивика, как Divine, как GPT-инженер, но они пошли чуть дальше. Эту штуку можно натравить на GitHub-репозитории. И она прям по ишьям, которые есть, по задачам, которые есть в GitHub-репозитории, будет пилить вам pull-реквесты. Та-дам! Прям в open source. Поставили себе локально на сервачок на работе и забыли о куче-куче проблем, которые раньше решали джуны. О, боже мой, джунов скоро заменят. Ну, не знаю. Но так как это разработка Принстонского университета, можно прям зайти на их на их GitHub, посмотреть уже кодярник, скачать, попробовать эту штуку, посмотреть демку. Обещаю, что 10 апреля они выложат научный пейпер, который лежит на основании которого строили эту систему. То есть не просто собрали на коленке, там ребята реально какую-то науку попытались приплести. И они ее сравнили с Debian'ом. Я напоминаю, что к Debian'у уже есть доступ у некоторых ребят, он существует вроде как. Они сравнили его с Debian'ом и пришли к выводу, что работает их система почти на таком же уровне, то есть генерит настолько же качественный код. Чтобы хоть на что-то можно было ориентироваться, они говорят, что примерно 12% среднестатистических задач на среднестатистическом проекте в GitHub'е их агентная система может решать. То есть где-то 10% головняка с вас такая система может снять. Запустили, натравили, получили пул-реквесты. Я думаю, на я-каталоге, вот если ее в пару к Владу закинуть, то нам все, нам даже никто не нужен будет. Да нам и так Влад настолько крутой контрибьютор. Все делает. Да. И это не последний сервис на сегодня, потому что есть еще один сервис, который замечательно дополнит SVE Agent. SWE Agent. Возможно, кто-то из вас уже слышал про CodeRabbit. CodeRabbit — это уже коммерческий продукт, он стоит недорого, надо сказать, и этот продукт делает код-ревью. То есть вы его натравливаете на свой GitHub-репозиторий, и он делает код-ревью ваших pull-реквестов. Смекаете, да? Смекаете? Запускаете SWE Agent, он делает pull-реквесты. Запускаете CodeRabbit, он делает код-ревью этих pull-реквестов. А дальше вам остается только нажимать merge, либо decline. Merge, либо decline. Ну, конечно, так оно работать навряд ли будет. Вопрос в том, зачем для этого ты, если... Ну, чтобы нажать merge, понимаешь? Так нет, я могу скрипт написать, который merge нажимает. Ну, ясное дело, что там надо будет это все ревьювать, и куча задач не будет решена, потому что они сложные, бизнес-логика и бла-бла-бла, но скорость того, насколько быстро появляются необычные решения на базе все тех же агентов и этих chain of thoughts, меня прям поражает. По факту мы имеем одну базовую технологию LLM-ки, и несколько над подходов. Это агентный подход, и это цепочка мыслей.
И на базе вот этих трех компонентов сейчас, блин, ну, по факту заменяют вообще нафиг весь пайплайн разработки не низкоуровневый, а простой. У тебя AI сегодня open-source, который ты разворачиваешь на своем компе, может pull-request писать. Мы в будущем или где мы? Ну, мы уже давно в будущем, по-моему, Леша. Учитывая, что мы 31-й выпуск подкаста пилим про это будущее, я думаю, пора бы уже признать и осознать. Да. Ну, в общем-то, попробуйте и SW, и Agent, и CodeRabbit. В каталоге у нас, кстати, уже есть несколько инструментов, которые могут делать pull-реквесты, так что это не единственный, который существует. Вон в чате правильно пишут, есть уже и у Codeium pull-request agent. В общем-то, пробуйте. И, наверное, про программирование, про сервисы сегодня все. Вам, я думаю, на две недели хватит поразвлекаться. 100%. Но если вам недостаточно развлекаться с программированием, можете поразвлекаться с генерацией речи, потому что мы предоставляем ссылочку на сервис под названием Voicecraft. Voicecraft — это zero-shot text-to-speech engine. Для, собственно говоря, озвучивания, ну, по сути, чего угодно, для генерации речи. А ребята обещают скорость. Во-первых, она разворачивается локально. Это первое. Второе, ребята обещают скорость 13 секунд аудио за 8 секунд генерировать. Что реал-тайм. В реал-тайме. Все, да. Можно звонить бабушкам, разводить их на деньги. Да давно уже можно. Школьникам. Да. Ну, я надеюсь, что нет. Все-таки, раз оно zero shot, я надеюсь, что оно не может делать клон голоса. Скорее всего, это просто text-to-speech, без всяких прибамбасов. Просто, ну, просто какая-то понятная озвучка текста. Но в реал-тайме. Но локальная. И в реал-тайме. Ну, тут локально это условно. Понятно, что этот text-to-speech, он работает на мощностях графических ускорителей. И чтобы оно работало в реал-тайме, у вас должна стоять карточка RTX 3080 либо выше. 3080, я не знаю, но ничего, геймеров, это мажорно или не мажорно? Ой, я не шарю. Там, по-моему, 4000-е серии уже сейчас идут, которых нету на рынке. А 3080 это предыдущая. Ну, то есть, ну, это не дешевая карточка, так, на самом деле. И, насколько я понял, на моем любимом MacBook оно тоже пока не запускается. Но это не точно. Виктор, как-нибудь я позвоню тебе с этой системы. Договорились. А я отвечу этой системе, и будут они общаться друг с другом. А вот интересно, как бы можно было делать такой реал-тайм? То есть какой use case? Ты берешь API-шку OpenAI. Нет, OpenAI это очень долго. Ты разворачиваешь у себя ламу. Ну, какой-нибудь там, да. Какую-нибудь, которая бы выдавала тебе эти токены Open Chat, быстро. Что-нибудь такое. Да, и ты натравливаешь на ее ответ эту систему, и все, у тебя получается реал-тайм голосовой бот, который может тебе отвечать, ты можешь его использовать, например, как ассистента твоего умного дома, локально. Вау! Да. Ах, я год назад снимал выпуск на эти бороду про умные дома, мы тогда с Васей Зубаревым, Вастриком говорили насчет того, реально ли сейчас сделать полностью локального ассистента голосового, и он тогда говорил, что, ну, LLM-ку запустить, это сервачок надо купить, но голос нереально. Прошел год. Через год уже реально на обычном ноуте все запустить. Да, есть же целые проекты для того, чтобы на Raspberry запускать там LLM-ки. Офигеть. Сейчас же этот вот Home Assistant, самая популярная система по построению умных домов, они этот год сделали годом голосового управления. И они там очень сильно работают на то, чтобы локально можно было управлять голосом. Ну, с голосовым управлением уже давно, в принципе, есть решение. Это этот OpenAI-шный, как его забыл, который голос интерпретирует. Whisper? Whisper, да. Whisper уже давно работает, его можно, в принципе, запускать локально. А вот чтобы генерацию голоса сделать, там сложнее было. Особенно на русском языке. Кстати, надо посмотреть, Voicecraft с русским языком нормально работает или нет? Вроде нет. Ты думаешь? Я, по крайней мере, в списке не нашел. Ну вот, значит, есть над чем работать. Ну, в общем-то, пробуйте. Пишите ваши отзывы об этих сервисах у нас в чате. Можете писать отзывы в Ютубе, если в Ютубе нас смотрите. Еще поставьте звездочку, пожалуйста, в этом подкаст-платформах. И лайк. Это прям очень сильно продвинет подкаст.
и еще больше людей будет узнавать о всех этих технологиях, и у вас конкуренция повысится, и будет вам еще хуже, но вы этого ничего не слышите. Mm-hmm. Ладно, я шучу. Я шучу. Надо всем узнавать про AI, чтобы мы двигались в светлое будущее. Да. Прежде чем мы перейдем к этике, я тебе переадресую вопрос из чата, Леша. Давай. Как ты думаешь, что быстрее? Результаты конкурса или релиз GPT-6? Я проголосовал за 6. Ну просто я ж... Все застряло в конкурсе на мне. У меня ж лежат эти кассеты, у меня кассетная дека. Я которую неделю прокрастинирую научиться ей пользоваться, чтобы записать ей. Ну, еще все застряло на том, что мы с тобой таки еще не записали эксклюзивный выпуск для конкурса. Да, кстати. Ребят, сорян, это оказалось сильно сложнее, чем мы думали. Ну ничего, до конца года мы должны разобраться. Да, у нас есть время. У нас есть время, да. До следующего конкурса. Блин, вот я вот ляпнул с этими кассетами, не подумав, да, а теперь мы расхлебываем. Если кто-то не знает, у нас длится долгосрочный конкурс. Нужно нарисовать с помощью генеративного AI злодеев современности, выложить к нам в чат в Телеграме с хэштегом конкурс, либо сгенерировать офигенно крутую песню через Суна про наш подкаст и тоже выложить с хэштегом конкурс. Самые крутые работы получат кассеты, аудиокассеты, такие вот, где крутить надо, с треками из нашего подкаста на одной стороне, а на другой стороне будет эксклюзивный выпуск. Мы не скажем про что. Про кое-что. Блин, как мы с тобой вот этими разбрасываемся, этими обещаниями, а потом расхлебываем, да? Мы так это не обещание, Вить. Мы уже деку купили, блин, дека стоит. И что, деку, уже назад и, пути кассеты, нет. и кассеты купили. И все. Музыку записали. Да. И музыку записали. И идея для подкаста есть. Осталось только сесть, записать и разослать. Да, и даже есть ребята, которые уже все точно получат. Угу. Честно говоря. Так что можете не... Ну, ладно, можете участвовать. Сколько у нас там? 20 кассет, по-моему. 20 еще не набралось. Да, ладно, давай. У нас последняя тема. Этика, конфетика. Угу. Сегодня она натянута на глобус. Сова натянутая на глобус. Ну да, чуточку. Поэтому поговорим про нее немножечко. В этом есть что-то. Как ты относишься к землетрясениям? Ты когда-нибудь испытывал экспириенс землетрясения? Слушай, вот мне повезло родиться в совсем не сейсмически активном регионе, и когда я бывал в гостях в сейсмически активных регионах, землетрясений там не было, поэтому я понятия не имею, что это такое, никогда не испытывал. А я вот тоже родился в том же регионе, сейсмически неактивном, но последние 3 года я живу в районах, где есть горная добыча, последние 2 года. А, и там трясет? И тут бывает, когда обвалы в какой-нибудь шахте, то ты прям ощущаешь. Вот из последнего у меня было, я сидел, работал, тут у меня просто вот стол вот так вот всколыхнулся, и я услышал, и все, без звука, просто вот так вот стол всколыхнулся, и все вокруг тоже всколыхнуло, и ты всколыхнулся. И я подумал, что у меня просто напротив дома, может, фура какая-нибудь упала тяжелая, но звука не было. Оказалось, что это в 3 километрах от меня в шахте произошел небольшой взрыв. Ну, типа, когда газ выходит. Вот так прям ощущается. И оно прям вот, ну стол точно на 3 сантиметра, вот прям, вот, да, оно прям ощутилось. Нифига себе. И потом я смотрел по отчетам, это было землетрясение уровня 3 балла, по-моему, что достаточно часто тут случается, это немного. А вот на Тайване в минувшую неделю было землетрясение магнитудой 7,5. Ну, я видел видосы, там вообще дома прям покосившиеся такие. На магнитуде 7,5 ты, когда в машине сидишь, у тебя ощущение, будто бы ты знаешь, в этой, в рэп-тачке, когда тебя вот прям вот, так колбасит. Я тоже посмотрел видосы в Ютубе, как это выглядит. Выглядит это ужасно. Ну, надо сказать, что в Тайване и в странах, в городах, которые находятся в сейсмически активных зонах, часто... специально конструируют здания, они стоят на таких специальных подушках, чтобы, когда они тряслись... Ну, понятно, чтобы они там все не сложились. Но, к сожалению, например, в Турции так не строили, поэтому в Турции, мы помним, в прошлом году было ужасное землетрясение. Да, и там больше 100 000 людей погибло. В Тайване, слава богу, обошлось без больших жертв, пока там, по-моему, несколько десятков подтвержденных жертв. Но почему мы взяли это в выпуск? Как мы знаем, Тайвань... Около 30% рынка полупроводников всемирного занимает, по-моему, по одним из последних данных. Ну, собственно говоря, TSMC находится в Тайване, если что. Да.
А TSMC, в свою очередь, поставляет чипы всяким Apple, всяким Microsoft, Nvidia, и занимает более 60% рынка полупроводников. Да, есть такое. Странно, кстати, на Тайване 30% производит, TSMC на Тайване 60%. Ну, короче, сами разберетесь. И это землетрясение вызвало споры общественности, не споры, а всплеск общественного обсуждения, не с той точки зрения, что землетрясение, там погибли люди, и это как страшно. Таких землетрясений, скажем честно, бывает много. А с той точки зрения, что в стране отключилось электричество, многие компании по производству чипов простаивали, о боже, несколько часов, угу. И правительство всеми силами клялось там всеми возможными богами, что за сутки они все исправят. Почему такой ажиотаж? Потому что несколько часов отключения света в стране, которая производит десятки процентов чипов, в сегодняшнем мире это из разряда Армагеддона. Ну, почти чипагеддон, короче, тот самый. Почти чипагеддон. Mm-hmm. Я прям задумался, то есть у нас сейчас эра расцвета AI, чипы, карты, NVIDIA показывает там здоровенные такие дата-центры на сотни, а то и тысячи терафлопсов. Тероопсов. И тут случается землетрясение, отключается свет в Тайване, и все начинают паниковать. То есть насколько мы зависимы сейчас буквально от одной страны? Но и насколько, кстати говоря, зависимая. Эта страна зависима от нас? Потому что если эта зависимость пропадет, то Тайваня, скорее всего, не станет. Очень сильно зависимы, и там же, собственно говоря, одна из главных историй по поводу захвата Китаем Тайваня, да, она в том числе и про то, что Китай получит это производство чипов, получит эти станки, которые по современному техпроцессу могут чипы производить. И поэтому в том числе Штаты так активно вписываются за Тайвань, потому что не хотелось бы потерять контроль, потому что по факту сейчас Тайвань-то под влиянием США находится. Угу. Кстати, интересно, надо почитать на досуге историю того, как у тайваньских... как у китайских лидеров, которые уехали, да, китайских демсил лидеров, которые уехали в Тайвань, получилось развернуть так быстро производство, чтобы вот стать защищенными через технологическое превосходство. Я вот не знаю эту историю. Да, это не знаешь, вообще случайно? Забавно. Я не знаю, как именно, но я знаю, что, короче, дело в станках. Там вот эти вот станки, которые современный техпроцесс поддерживают, их в мире несколько штук буквально. И вот как-то так получилось, что основное их количество именно на Тайване. Можно сделать документалку на эту тему. Да, кстати. И сделать эти станки очень-очень трудно. Ну, странно. Странно, короче, это... То есть тут такая же история... Ну, с одной стороны, ты понимаешь, почему сейчас все рынулись в то, чтобы делать свои... Угу. Производство чипов. Во-первых, чтобы чипов было больше, во-вторых, чтобы отвязаться там от зависимости от буквально... Ну, диверсифицировать, да, диверсификация. Производство, да. С другой стороны, вот прикинь, ты условный Альтман, ты там делаешь свою компанию по производству чипов, чтобы свои потребности удовлетворить, а потом, может, мировые потребности удовлетворять. Я, кстати, не знаю, они делают производство чипов, а полупроводники они тоже будут, наверное, делать. Потому что, ну, чипы состоят из полупроводников, да? Полупроводники uh-huh. — это структурные элементы. То есть, короче, в чем тут моральная дилемма? В том, что ты, делая в Америке производство полупроводников и чипов, ты по факту должен физически ощущать, что ты ставишь под угрозу жизни всех тайванцев. Вот в чем моральная дилемма. Да, кстати, да. Ну, не то чтобы прям всех тайванцев, но... Как минимум, да, чем. Но с другой стороны, блин, непонятно. Интересно, что было бы, если бы, я не знаю, может ли TSMC переехать куда-нибудь в Австралию, например, да? Но если бы, например, они бы переехали, насколько Китаю было бы интересно тогда в Тайвань лезть? Типа, могут ли они станки перевезти? Тут еще вопрос, да. Наверное. Да, станки вот на... А вот как вопрос. Ты станки переведешь? Там что? Там же вокруг везде Китай. Везде Китай. Как ты эти станки перевозить будешь? Телепорт только, если они изобретут. Не, ну, как-то самолетом, не знаю. Там... Быстро. Ты думаешь, там такие станки, которые можно самолетиком перевезти? Я вообще про них ничего не знаю. Не знаю, сколько они транспортабельны. Это, еще раз, это интересная история того, как технология перепилась с политикой. Ее прям надо почитать.
Я единственное, что знаю, что вот демократические или какие-то, наверное, демократические лидеры в какое-то время переехали в Тайвань, объявили это. Там, я не помню, насколько они демократические, но в чем прикол, да, что... Вот оппозиционное, да, оппозиционное правительство, скажем так. Ну, они не оппозиционные, но они сейчас оппозиционные, но раньше это было китайское правительство. Угу. Они управляли Китаем, а потом коммунисты начали захватывать Китай. Ну, типа, совершать там вот эту вот коммунистическую революцию. Вот, и правительство было вынуждено бежать на Тайвань. Короче, и да. И они, собственно говоря, себя считают единственным правительством Китая, которое когда-нибудь вернется и, ну... То есть это такое бывшее правительство Китая в изгнании там тусуется. Ну, видишь, это про историю, ладно, не судите строго. Там, я плохо историю знаю, Витя лучше, но не в этом вопросе, наверное. Ведь не обидите. Но это же технократы, получается, какие-то, ну вот реально. Ну да, по сути, да. То есть политика перепилась технологией прям вот полностью. Оно вживилось друг в друга. И в этом есть какая-то этичная жилка. Вот как Альтману спится. Ладно, я не думаю, что они об этом думают. Для них это, скорее всего, просто диверсификация. То есть хочешь, не хочешь, а зависеть от страны, в которой все очень сложно... Никто не хочет, поэтому для Тайваня, наверное, это ожидаемо было. И наверняка у них должны быть какие-то планы. Ну, я вообще раньше, знаешь, что думал, типа, блин, а что тут сложного? Вы эти чипы делаете из кремния, что у вас песка мало? Вы что? Во-первых, там еще всякие редкоземельные элементы замешаны. Ну да, если бы можно было просто так набрать кремния, хотя бы из зажигалок. Да, и... Может еще так казаться, что какой-нибудь, знаешь, новые типы полупроводников, там те же мемристеры, просто начнут делать в каком-нибудь другом месте, потому что, ну, у Тайваня, типа, нет заказчиков на это производство, нет станков для этого, и там оно не пользуется популярностью. И потом окажется, что эти условные мемристеры для новых архитектур, они будут сильно более востребованы, и там все производство условное его Тайваня, оно там упадет, рухнет на десятки процентов, потому что там, техника перейдет на новые типы полупроводниковых элементов. Может быть, такое. Но если они еще будут производиться в других местах географических, то да. Да. Вот такие новости у нас сегодня были. Сегодня у нас достаточно недлинный выпуск получился, но я думаю, полезный, как минимум. Да, ну не всегда же нам делать длинные выпуски, Леша. Иногда нужны и короткие, по 2 часа. Иногда, да, иногда нужно и честь знать, как говорится. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, ставьте лайки, ставьте звездочки на подкаст-платформах. Если вы этого не делаете, то очень вас просим. Это помогает развиваться подкасту и нам дальше его делать. Угу. И пишите комментарии там, где можно писать комментарии. И отзывы пишите тоже. Да, нам это очень поможет. Еще приходите к нам в Телеграм-канал. У нас там уже почти 800 человек. И там всегда можно спросить у умных людей. И таких, как мы, людей. Да, у всех. Все категории людей можно спросить про AI, про любые вопросы, и программирование, и просто какие-то вопросы обывательские. Если не знаете, где, как, что узнать, приходите, у нас там весело. И у нас там ламповые, все друг другу отвечают. Угу. Ну и все. На этом у нас сегодня все для вас. С вами были постоянно ведущие я подкаста, Алексей Картынник. И Виктор Шленченко. Всем большое спасибо. И, как говорится, лайк, шер. Anywhere. Идеально. Идеально. Все. Новая музычка сегодня. Новая музычка? Новая музычка. Новая музычка. Новая всем музычка. Слушать новый трек. Все, пока-пока. И пока-пока.